Кукольные театры всегда были неотъемлемой частью моей жизни. Сколько себя помню, матери всегда на работе давали билеты на подобные выступления, а я с удовольствием на них ходил. Уж не знаю почему, но именно то, как актеры оживляют своим мастерством марионетки, просто поражало меня. Темный кристалл. С другой стороны, из-за медиа, в котором было мое сознание в то время, будь то история игрушек или, FNAF. Я задавался вопросом, а живут ли они после выступлений? Есть ли у них своя жизнь? Могут ли они быть опасны? Но на эти вопросы ответы я так и не узнал. Примерно с 2016 года билеты выдаваться перестали, да и у меня самого свободного времени становилось все меньше. Так бы моя любовь к марионеткам и угасла, и стерзалась еще больше из-за дешевых хорроров, если бы в 2019 году столь дорогие мне мясочники настроения не анонсировали ее. Showdown Bandit. Хоррор, в котором требовалось играть непосредственно за марионеток в сеттинге, внимание, вестерна! Вестерна! Я так просто кратко напомню, что я просто, блять, обожаю вестерны! Звезды сошлись, вселенная схлопнулась, нам в ночь нормально рассказать историю без книг! Эта игра была просто создана для меня. И вот, на дворе уже 2023 год. Если вы вобьете даже просто название игры в Стиме, обнаружите, что ее нет. На Ютубе сможете найти лишь какие-то обрывки, которые дают только часть той картины, а в немногочисленных тематических форумах и сообществах лишь пресс-эф и помним, любим, скорбим. И хоть о мертвых либо хорошо, либо ничего, мысли именно об этой игре даже спустя полдесятилетия мучают меня по ночам. А потому я постарался собрать как можно более полную и целую картину, со всеми тизерами, трейлерами, вырезанным контентом и сообщениями разработчиков. Это, конечно, не фильм, но все же рассказ об одном из самых невероятных проебов потенциально шикарной игры. Showdown Bandit. Ну, с Богом. Итак, на дворе 2018 год, сентябрь. Вот это дуо из Митли и Майка, за плечами которых уже 4 главы Бенди и чернильной машины, популярного инди-хоррора про грехи и суп, вовсю работают над финальной, 5-й главой чернильных анекдотов, попутно основывая Kindly Beast, полноценную инди-студию для разработки будущих проектов. Анонсируя столь важное решение, ребята также запускают сайт студии, где, кроме информации о компании Батим и Бинер, в мобильном раннере «Что нынче мертв», пользователей ждало вот такое сообщение. Что это? Это что-то не связанное с Бенди? Тогда что это? Ну, полагаю, вам остается лишь ждать. В конце концов, мы же не можем рассказать вам все. Эх, секреты. На фоне же красовалась тень некого персонажа с рожками и хвостом, по косе которого стекала жидкость, а вокруг были подтеки. Как и было сказано в сообщении, людям оставалось лишь ждать. Ожидание окончилось 26 октября того же года, когда в свет наконец вышла 5-я глава Бенди, тем самым завершая игру и оставляя в себе одну деталь. Вот эту стену. Точнее, ее отсутствие. Кто-то в администрации оторвал целый кусок стены. Если же в течение прохождения активировать все кошмарные видения, то прямо на этом месте нас будет ждать именно та коса, что была в руках персонажа с тизера. Пизда тебе! И именно с помощью этой косы мы и получали секретный фильтр в чернильной машине. Спустя несколько месяцев, 7 января 2019 года, картинка меняется на тень нового персонажа. В этот раз это марионетка некого ковбоя. Если же приглядеться к фону, то окажется, что на обоих этих тизерах он представляет собой обычные обои. Сама же машина запускается 10 февраля 2019 года. Тогда случилось сразу два анонса. Батадор, фанатам которого только предстояло пережить 4 года ожидания этой леги, и что-то новое от создателей Бенди. На протяжении целого месяца выходили похожие друг на друга тизер-трейлеры с эффектом ВХС-пленки, будто кто-то пересматривает старинные записи, нитками, что как бы указывало на то, что мы видим марионеток, силуэтом персонажа и мелодией. Первым стал Хауди, который показал силуэт некого ковбоя. И что важно, по форме головы он отличался от предыдущего ковбоя с обойного тизера. У меня прям сценарий типа скобочки, ну типа рофл. Вторым был Гуддей Ял и показывал марионетку в деловом костюме и шляпе, а также с трещинами на лице, схожими с такими же у ковбоя. Ну или это просто усы, лол. Третьим был Рутин Тутин и представлял собой вот такую марионетку с бабочкой. Ну и последний, самый интересный, Don't Look Up. В нем появлялся некий человек в маске трагедии и красном костюме. Почему это человек? Да все просто. На фоне мы слышим детский смех. Что также примечательно, только этот персонаж был показан в цвете. Ну и концовка. Если в предыдущих появлялась только дата, 2019, то тут появлялась надпись CU Next Week, где U было подвешено на нити, что также указывало на то, что мы будем играть за марионеток. Собственно, через неделю, 15 марта 2019 года, на день рождения Аврорыча, без просрочки даты, люди получили первый полноценный трейлер игры. My Name Is, хоть и не показывал много, но на момент, когда комьюнити даже не знала название игры, не то что имен персонажей, этого уже было достаточно. В трейлере на свет сцены выходил тот самый ковбой с первого тизера. Он выпендривается, становясь объектом для гифок и мемов, после чего в крысюка за его спиной на нитях спускается другая, куда более потрепанная марионетка с разрисованным лицом и синим плащом, и такая типа БАМ! Бля, и что за комнатный сценарий писал? Стоит также заметить, что каждый из них был подвязан к нитям, а значит, это могло быть обычное выступление. Нам показывают название игры «Разбойный бандит», ее рекламный лозунг «Оборви нити в этом году», и мы слышим мотив, который будет нас преследовать еще далеко не раз. Примерно с этого момента и начался лютый хайп и ожидание игры. Обновился и сайт Kindly Beast. Теперь там красовалось лого игры, хэштеги и вот такое изображение с разбойным бандитом. Да, что название игры, что имя вот этого персонажа — разбойный бандит. Это подтвердил как сам Митли, так и аккаунт Kindly Beast, что за день до выхода трейлера опубликовал вот такое сообщение, в котором и было скрыто название. Спустя месяц, день за днем начали выходить тизеры в виде пазлов. Очень интересный стиль подачи на самом деле. Так, вот в эти даты мы получили рендеры 3 персонажей. Первой была марионетка, которая напала на бандита в трейлере. Теперь мы можем подробнее увидеть то, что она жутко потрепана, побита, ее лицо изрезано, а рисунок выражает грусть. Она хромает, одной руки нет, а вместо другой половина ножниц, которыми она и атаковала мафиозника. Второй стала новая марионетка, которая, ну, левитирует. Она очень неаккуратно выкрашена в черный цвет, либо же обгорела, одета в багровую рваную мантию, а вместо рук у нее когти. Лицо же выражает злобную ухмылку. А еще, блять, у меня нос забился. А еще тут, какой-то пиздец с освещением, что это, блять. На третий стало отличное от других существо. Вместо марионетки – паук, который буквально представлял собой микс клубка ниток и спиц. Кажется, именно отсюда у Митли пошел фетиш на пауков. Не проходит и недели, как нам заявляют, что завтра выходит новый трейлер, а бандит прибывает в город. И действительно, Kindly Beast не проебывает и эту дату, и 28 мая люди получают второй трейлер Showdown Bandit. The show must go on. Las 10 mejores sillas de director. Número 1. Трейлер встречает нас мотивом игры и, неожиданно, женским голосом. Давайте для удобства назовем ее диктором. Так вот, диктор говорит: I just wanna warn you. Never forget the rules of the shelter. Play your part, guard your strings, and don't look up. То есть эта женщина инструктирует кого-то, кто не знаком с правилами разборок, и предупреждает его. Судя из правил, она разговаривает с марионеткой. А значит, именно она может стоять во главе разборок, да и всего происходящего в целом. Собственно, разговаривает она, как я думаю, с главным героем, то есть бандитом. Это просто логично с нарративной точки зрения. Тебе, как игроку, так и новые марионетки на разборках в ЕКБ рассказывают о правилах. Что до визуальной составляющей трейлера, то нам показали типа три комнаты. Первая с декорациями Дикого Запада и режиссерским креслом, возможно, диктора. Вторая захламлена коробками и различными предметами для сцены, будь то краской или обоями. А еще по ней также блуждает и наш побитыш. Ну и третья по большей части пуста, кроме пары декораций гор и, гроба. Но зато заполнена неким газом, что искажает камеру. В этой же комнате бандит подходит к двери. По какой-то причине он не подвязан на нити, но зато, блин, клево моргает. А потом на него спускается паук. Даже вон 25-й кадр засунули классный. Лого игры, мотив из начала трейлера и фраза «пару месяцев до шоу». Все. Раз осталось пару месяцев, нахрен можно отдыхать. Да, блядь! Ой, блядь, как хорошо плечи-то разомнуть. О, какой кайф. О, бля, ебая хруст. Ой, бля. Сука, старость не радость. Спустя пару дней вышло еще два набора пазлов. Вот такая вот марионетка, одетая в мантию и шорты, с безумием в глазах, биноклем с зеленым свечением и колоколом в руках. Более того, если не быть таким слепым, как я, и не перезаписывать дорожку спустя аж 3 месяца с оригинальной записи, и быть немножечко внимательнее, можно обратить, что именно у этого персонажа нету челюсти. Более того, если быть еще более внимательным, то именно в его дизайне фигурируют болты. И целый набор марионеток. Одни из которых были бесконечностей, другие подвешены, а третьи вовсе мертвы. Криповенько, но зато я наконец могу об этом рассказать. Вот эти работяги, просто перекрашенные в некоторых местах вот эти ребята. Еще интересная заметка. На тизерах с пазлами ни одна марионетка не подвешена на нити. Но тут как бы хуй знает, может, им лень было их просто рендерить. И уже вот тут, наконец, появилась передышка длиной в почти месяц. Давайте насладимся этим моментом и... Ебать, это что, постер-шоу? Кто посчитает все маты в этом видосе, я тому, лайк поставлю на его ВКонтакте. С 22 июля нам презентуют новый вид тизеров. Оригинальные постеры шоу «Разбойного бандита». Сообщение гласит: «Эй, ребятки! Пришло время аплодисментов за самую шуструю руку в разбойной долине!» Быстрее всех передернул. То есть событие самого шоу «Разбойного бандита» происходит в локации под названием «Разбойная долина». Оригинально, я знаю. Ну и кроме того, что сам постер, блин, крутецкий, нам стоит обратить внимание на две детали. Первое, это то, что в оригинальном дизайне бандита он не был побит. На постере его щекоцела. А вторая находится слегка за рамками. Это надпись, которая гласит либо What's up there, или It's up there. К сожалению, конкретизировать, какой из двух вариантов верен, невозможно из-за ёбаных, блять, шакалов. Вторым таким тизером становится рекламный постер серии «Бандитское ограбление банка». Пиу-пау! Неужели это самое крупное ограбление банка для бандита? Собирайтесь у экранов своих телевизоров, ребятки, чтобы увидеть, удастся ли бандиту сбежать на этот раз. И вот тут мы впервые узнаем, что шоу бандита показывалось по телевизору. Были ли при этом живые выступления? Вопрос. Так как теперь за рамками совсем пиздец шакала и Митли запорол какое-то послание, давайте подробнее обсудим сам постер. Во-первых, за бандитом бежит сам банкир. И это та самая марионетка из третьего тизер-трейлера. Его лицо буквально выцарапано с постера. А значит, кто-то его явно недолюбливает. Еще он коричневого цвета, как и многие другие марионетки. А вот его голова будто сломана. Или может просто такая модная прическа, я не знаю. Ну и во-вторых, мы узнаем имена авторов шоу. И да, это опять два белых цисгендерных мужика-гигачада. Карл Хендлер и Бадди Бублик. Я, конечно, понимаю, что другалёк Бублик это имя сильное, но вам не кажется, будто это псевдоним? Конечно, сейчас я просто набрасываю, и ответа мы в любом случае не узнаем, но имя Бадди звучит скорее как псевдоним. Ну и как то, что Митли очень любит всех называть Бадди, а Адриана это пиздит для своих феминистических фанфиков. Вот. Не проходит и недели, как официальный аккаунт бандита врывается вот с таким сообщением. Мы знаем, что вы с нетерпением ждали грандиозного возвращения бандита. Мы заканчиваем финальные репетиции перед большим объявлением в четверг. Держите ухо востро, шоу должно продолжаться. К сообщению была приложена гифка с телевизором и плакатами по бокам. На экране телевизора можно было поймать два кадра. Вот такого бандита на дуэли и сообщение, что новый трейлер уже в этот четверг. И четверг наступает. И он охуенен. Ведь выходит в самый пиздатый трейлер, который Митли и его команда когда-либо делали. Релизный трейлер Showdown Bandit. Просто посмотрите его полностью, это натуральный ахуй. Get you out of that box and out into the light. It's a big, scary world out here. The show must go on. Трейлер начинается с пролета по комнате до телевизора. И комната эта странная. Два дивана, небрежно уложенный ковер, старый телевизор и много-много бандита. А именно, ланчбокс с постером серии «Великое ограбление поезда», постер серии «Ковбой и клоун», а также винтажный рекламный постер «Волна будущего сегодня!» KBCU, дом популярного ТВ-шоу «Разбойный бандит» и «Банда пыльных гор». И вот это интересно. Получается, что в какой-то момент истории шоу бандит был не единственным главным героем. Была также и некая «Банда пыльных гор», в которой он мог состоять. Учитывая потрепанность постера, думаю, что «Пыльные горы» были до шоу «Разбойного бандита». И знаете, после подобного антуража, не удивлюсь, если и в этих коробках также лежат вещи, связанные с бандитом. В общем, хозяин данной комнаты явно одержим шоу ушедших эпох. Камера приближается к телевизору, и нам показывают лого шоу «Разбойного бандита». За ним следуют и разные постеры. Серия Родео Шоудео, где у бандита все еще не побитая щека. Постер с разбойным бандитом, кусок которого мы видели в прошлом тизере. И вот на нем щека у него уже побита. А значит, дизайн бандита со временем менялся. Ну как, просто заметка... У него шляпа другая, я без понятия, что с этой информацией делать, честное слово. Ну и в углу заметна надпись KBCU. И постер с мисс Гробовщик. И это тот самый персонаж из второго тизера. За эти 7 месяцев у нее явно изменился дизайн. KBCU также на месте. Фразы на протяжении каждого из 3 постеров также интересны. В случае с фразой «Гробовщик» появляется мысль, что мертвые не такие уж и мертвые. А вот персонаж, который просит поймать бандита, ну, запомнить его. Просто как памятка, что он существовал. После мы видим бандита с косоглазием. И как, блядь, детям могло нравиться такое шоу. А потом... Снова комната. Однако за окном ночь. Телевизор издает помехи, а человек из 4-го тизера томно смотрит в него. И нет, это не я! После этой фразы мы видим, как только что проснувшегося из побитой коробки бандита подцепляет на нити, чему он явно недоволен. Дингачи и жуткую теорию отсылку-пасхалку на кошмарные видения из батим спустя, мы видим локацию, прямо-таки наполненную трупами марионеток. А дальше нам полноценно показывают мисс Гробовщик, которая инструктирует бандита, что все еще сидит в коробке. Что забавно, справа стоит еще одна, точно такая же коробка. А из деталей можно заметить, что с нее уже начинает слезать краска. А еще у нее есть лопата. Ну и последние 2 кадра. В первом бандит убегает от паука, явно находясь в его логове, однако последний станется от света. Может быть, это кадры из босс-файта с такой вот механикой стана? А на втором бандит под сратым фильтром стреляет в марионетку с ножницей, у которой, по какой-то необъяснимой причине, глаза горят красным. Лого игры, ее мотив, дата первого эпизода и скример нового персонажа с чем-то похожим на косу. А судя по шляпе, он тоже является бандитом. Но и это не все, ведь мы получили страничку в стиме. На ней, кроме 6 скриншотов, нас наконец ждало конкретное описание игры. Спустя аж, 11 месяцев с первого тизера. Что-то неестественное происходит на заброшенных съемочных площадках некогда популярного детского кукольного шоу «Разбойный бандит». Играйте за пробудившегося бандита в стелс-экшн-хорроре, где ваша единственная надежда на выживание связана с 3 правилами шоу. Играйте свою роль, охраняйте свои нити и не смотрите вверх. Берегитесь! В течение многих лет дети включались в просмотр телевизионного кукольного мира «Разбойного бандита», чей яркий актерский состав выступал перед живой аудиторией восторженных детей. Затем, без предупреждения, шоу было бесцеремонно отменено, а студию реквизиты марионеток оставили гнить. Однако, каким-то образом шоу снова оживает, а вы оказываетесь в центре внимания. Возьмите под свой контроль самого бандита и исследуйте полуразрушенные декорации того, что когда-то было славной разбойной долиной. В этой топ-даун стелс-экшн-хоррор игре от создателей Бенди. Старайтесь не терять бдительности, пробирайтесь по темным декорациям мимо тонны жутких врагов и полезных обитателей. Сражайтесь только тогда, когда это необходимо. Не бойтесь исследовать самые жуткие, темные уголки, поскольку даже самые маленькие подсказки могут помочь вам ответить на самый главный вопрос. Кто на самом деле дергает за ниточки? И тут просто ебать! Пожилой лорд-друп, который тебе пиздит арматурой по башке! То есть, шоу неожиданно для всех закрылось. Такое часто происходит либо из-за ухода одного из авторов шоу, а как мы помним, их было 2, либо из-за смерти онных. Однако, в один момент шоу снова оживает. И думаю, не стоит труда догадаться, благодаря кому. Вот этот человек, тот самый фанат, а точнее, судя из 2-го трейлера, фанатка бандита, которая не смогла смириться с закрытием шоу и спустя время снова запустила его, заставив марионеток играть свою роль, на что намекает строчка «Сражайтесь только тогда, когда это необходимо». По крайней мере, именно так я понимаю все это описание. Переходим к скриншотам, которых, кстати, всего 6 штук. На первом нам показывают самое начало. Бандита только подцепили на нити, и он явно этому недоволен. На втором мы видим некий кабинет на сцене, где все события игры и происходят. Кроме 2 стульев и паутины, отметить больше и нечего. Третий показывал кладбище с парочкой трупов. На 4-м мы могли заметить механику перезарядки оружия бандита, тонну трупов марионеток и, просто ультра пиздатое освещение. Тейк про освещение в целом применим ко всем скриншотам. Я не знаю, кто это делал, но святой ты человек, красоту-то такую наводить. Посмотрите на 5-й, это ж, блять, охуенно. Бандит будто что-то хватает, а на воротах почему-то написано «не сыграли что-то там за шторкой». Забегая наперед, так как в будущем я это не упомяну, там написано «не сыграли своей роли». Ну и 6-й. Он показывал нам логово паука. И как же тут атмосферно и красиво, боже. Как бонус, обновился и сайт. Теперь там красовалось вот такое изображение с бандитом и побитышем. А также описание. Шоу должно продолжаться. Окунитесь в зрелище этого, казалось бы, невинного кукольного шоу ушедшей эпохи. В этом захватывающем стелс-экшн-хорроре. Бух, ну вот теперь-то все. Нужно отдыхать! Не проходит и недели, как мы ловим новый тизер с постером. С возвращением, детишки! Давайте все поклонимся и поприветствуем мисс Гробовщик. На постере нас ждала сама мисс Гробовщик. С одним глазом на вас, а другим на GDS. То до секретного послания, то она гласила «Мое имя Ларилай». То есть полное имя нашего дорогого гробовщика Ларилай Гробовщик. Я почему-то написал в сценарии «Дорого-го-го». Ладно. Однако, кроме этого тизера, в сеть попали и промо-материалы по бандиту. 2 постера. А Митли и вовсе выложил вот такое сообщение, которое я зачитаю, будто я змея. Нити, нити, нити. Такие мерзкие, злые. Чем больше вы двигаетесь, чтобы освободиться, тем сильнее они затягиваются, словно мрачная, смертельная хватка петли. Есенин. Честно, хуй знает, кто у них там повторил судьбу Гранда из Abomination, но записываем. Возвращаясь к промо-постерам, то на 1-м красовался один в поле воин-бандит, среди пары декораций, обороняющийся от целой толпы различных врагов. Сзади же него красовалась надпись «Остерегай свои нити». Одна из правил разбоев. 2-й был более жутким, мрачным, наиболее информативным. Кроме явно недовольного бандита со свечением в глазах, а также тени руки, или, может, это когти вот этой марионетки, наше внимание должны привлечь постеры за бандитом. Всего их 4. Первый мы уже видели, это постер бандита. 2-й представляет нам нового персонажа, короля Бубу, реального актера-клоуна, который не то чтобы очень доволен своей жизнью. Именно он и был одним из главных действующих лиц в серии «Ковбой и клоун». А справа красуется логотип Basker Hill. Собственно, следующий постер ему посвящается. Что это за компания? Да тогда хуй его знает. Но, возможно, они были спонсорами шоу «Разбойного бандита». Но 4-й постер был еще одной рекламой Basker Hill. Однако, поверх кто-то налепил «Не смотри вверх». Получается, есть персонаж, который поверх любых постеров, либо же постеров, конкретно связанных с Basker Hill, наклеивает правила шоу. Интересно. Однако вот после начинаются странные события. Твиттер-аккаунт замолкает вплоть до 21 августа. До выхода 1-го эпизода всего ничего, а потому начинается просто волна новых, очень странных тизеров. Собирайтесь, детишки, разбойный бандит вернулся, так что стряхните пыль со своих старых ковбойских сапог. Сцена слишком долго была в темноте, а незнакомые фигуры ползают в тенях. И приложена была очень странная гифка вот с такой анимацией. Дальше больше, так как нас ждала... Ой, блядь... Песенка разбойного бандита. Я, правда, без понятия, что тут комментировать. Это просто странно. А так смотрите, охуеть, ебать, пасхалка, отсылка на публика, ну пиздец. После 24 августа по какой-то причине скриншоты на странице бандитов Steam меняются. Теперь нас ждала вот эта пачка из 6. Забегая наперед, это комнаты из релизной версии игры. Так что останавливаться на этих скриншотах я смысла не вижу. Разве что, что, блядь, случилось со светом? Просто посмотрите, каким он был раньше и какой сейчас. Более того, были слиты названия достижений. Хоть по самому названию они и не отличаются от релизных, стоит заметить, что достижения Backstage Secrets и Familiar Faces на тот момент не были добавлены. Следующими гениями маркетинга были... Реклама товаров. Я даже не шучу. А сейчас мы прервем нашу программу, чтобы передать вам это сообщение от нашего уважаемого спонсора. Деликатесы Шугис со сливочной начинкой. Нужен питательный перекус? Тянись за Шугис. Шугис всегда в восторге. Ну и тут мы видим, блять, пироженки от Basker Hill. Сделано в Америке. А сейчас мы прерываем нашу программу, чтобы передать вам это сообщение от нашего уважаемого спонсора. Желтые зубы? Возьмите пасту, которой стоматологи скажут, почему ты так озвучиваешь. Великолепной! Зубной паста Грейты! Теперь с новой и улучшенной формулой. Типа, просто зубная паста от Basker Hill. Все. А сейчас мы прерываем нашу программу. Сыра. Ой, блядь. Начните свое утро с мощного перекуса. Крамбли Крипс дает вам энергию, которой вам хватит на весь день. Теперь с большим количеством сахара. Хлопья от Basker Hill. Я правда не знаю, что тут еще можно сказать. Разве что зацените это описание. Эти хлопья чертовски сладкие. И ваш ребенок будет требовать их каждое утро. Они обязаны. Крамбли Крисп содержит витамины и минералы, которые нужны, чтобы ваши дети выросли сильными и здоровыми. Так что... давайте. Позвольте им съесть еще одну тарелку. Вы можете отдохнуть, зная, что даете еду лучшего качества для их растущих тел. А сейчас мы прерываем нашу программу, чтобы передать вам уважаемого спонсора. Добрых снов. Заставьте ваших друзей завидовать со спарк-бластером от Vamtor. Целый арсенал развлечений у вас под рукой. Полностью безопасный, православный искострел от Vamtor American Company. Думаю, по таким тизерам и смене скриншотов это и так можно было понять. Но да, Showdown Bandit перенесли. Каноничный Kindly Beast момент, ничего не сказать. Они указали, что это требуется для парирования игры, блять. Как в клетке, да, нахуй, парирование, блять. Указав, что это требуется для полировки игры, дабы фанаты получили лучшую из версий. Ну ладно, хуй с ними, перенос-то коротенький. А пока мы ждали новую дату, ну, мы получили пост от Митли с монологом Ларилай, который рассказывает, что, ну типа, играй свою роль или тебе пиздец, ибо ты можешь вспомнить свое прошлое. Я тут не уверен. А еще мы получили скриншоты и гифки с цитатами из пабликов. Буквально пабликов. У Бандита была официальная группа ВК так-то. И даже русский чат на Discord сервере. Это же не объяснение, почему некоторые из тестовых, будете тесто. Это же и объяснение, почему некоторые из текстовых постов на русском. Потому что в оригинале они утеряны на века в бездне. Там дальше страшный мир. И эти огни, которые когда-то казались такими яркими, так и норовят обмануть глаза. Беспокойно пляшут тени, и меня не покидает ощущение, что я не один. Войди в тени. Скоро. Тени, что в них прячется? Тени, смотри и слушай. Войди в тени, найди то, что искал. Войди в тени. Кто там на другой стороне? И если приглядеться в тени на каждой из них, то так или иначе можно будет заметить кусочек нашего нового знакомого. Наверное, из всего этого болота творческих тизеров действительно приятным была лишь одна вещь. Бригада Бандита. Эдакий фан-кит с приятными плюшками для фанатов. А именно, обои в виде промо-артов, постеры знакомых нам до этого Бандита с нервным тиком, плачущего банкира с динамитом и Ларилай с глазом на GDS. Но также были показаны и два новых персонажа. Это доктор Карвер и Пенни Хамсфорд, которая, судя по фамилии, была и такой пастушкой-богатейкой. А еще на ее постере нет нитей. Вот такой бумажный бандит, которого можно собрать и которого, ну, Я вам все еще торчу. Теперь ты готов начать свое собственное шоу разбойного бандита. Если мы наберем 15 лайков под этим видео, то я сниму, как я делал точно такого же бандита. Бейджик бригады бандита и полная песня разбойного бандита, часть которой нам до этого показывали в тизерах. Именно так мы подошли к 14 сентября, когда релиз был назначен на неделю. Да, без четкой даты. Просто вот, на этой неделе. Ждите. В тот же день Митли выпускает ремикс «Незаконно». Почему я это подмечаю? Ну, раз уж это ремикс, значит в основной игре должен быть оригинальный саундтрек «Вне закона». Однако, спойлер, его не будет. Это просто ремикс вообще не связанного по теме трека, а название связано с вырезанным персонажем. Однако, ремикс, кстати, бомбический. Сейчас на фоне играет. Ну и по классике. Так какой, по итогу, сюжет? Некогда популярное среди детей шоу разбойного бандита неожиданно закрывается, оставляя все рабочие помещения, а также марионеток прямо на складах студии. Причиной закрытия шоу могло стать самоубийство одного из авторов. Бадди, не выдержав той или иной причины, он просто повесился. Спустя время, одна из фанаток, одержимая шоу, так и не смирившись с его закрытием, вновь оживляет его, заставляя марионеток следовать правилам, а также повторять одни и те же сценарии раз за разом. Ну и может бандите душа Бадди или кого-то другого, я хуй знает, это же, блядь, GDS, они без душ-то не могут. И вот, спустя 3 дня, 17 сентября 2019 года, с горем, блять, пополам и выходом прохождения от ютуберов до игры в стиме, а также кривым релизом в целом, из-за чего людям буквально приходилось проходить исключительно демо, так как игру все никак не могли выпустить, а сам эпизод был забагован до ужаса, первый эпизод Showdown Bandit наконец выходит. Вот мы и здесь. Спустя год и 2 дня с самого первого тизера мы наконец впервые запускаем Showdown Bandit, новую игру от создателей Bendy с уникальным стелс-хоррор-экшен геймплеем, марионетками, вестерном и своим подходом к истории. Так давайте же узнаем, почему именно эта игра один из самых невероятных проебов всей видеоигровой индустрии. Итак, логично, что для контекста происходящего в игре нам необходимо взглянуть и обсудить события до, с тем фактом, что они довольно расплывчаты и разбросаны по запискам. Да. Как мы помним, несмотря на огромную популярность сначала шоу разбойного бандита и банды пыльных гор, а после и отдельно шоу разбойного бандита, вплоть до того, что у них появлялись явно крупные спонсоры вроде Basker Hill, которые даже краску поставляли на производство, и Vamtor, шоу неожиданно закрывают, а полигоны с реквизитом и марионетками оставляют на съедение времени. Притом, время явно никого не жалеет, учитывая, как много краски слезло с марионеток. Любимое детьми шоу закрыто до тех пор, пока не появляется некий он, ака Кукловод. На полуразрушенных локациях он продолжает снимать шоу бандита на камеры Дед ТВ, заставляя марионеток слушать его и отыгрывать разные сценарии. Марионетки, кстати, обладают самоосознанностью, и что пугает, голодом. Ларилай вон стала подсосом Кукловода и, ну, анбоксером. Good day, I'm Bob the Necromancer, and today we're doing an unboxing. И много раз открывала ящики с бандитом. К нему, кстати, у жителей Разбойной долины не самое лучшее отношение. Впрочем, как и к кому-либо другому. Помимо этого, Ларилай занимается и своей основной работой. Она гробовщик! Потому каждую ночь в ущелье мертвеца избранный хранитель кладбища раз за разом, день за днем, цикл за циклом укладывает мертвецов спать. И даже так появляются проблемы вроде какого-то психа, что ходил и подвешивал на нити бродячие трупы. Как вы понимаете, трупы не должны быть подвешены на нити, на то они и трупы. Потому ей пришлось разрубать нити и укладывать покойников спать. В конце она также упоминает шерифа. Однако ни этого психа, ни шерифа в игре мы не встретим. Еще одной проблемой были сами мертвецы. Сколько их не укладывай, на следующую ночь они все равно поднимаются. От чего, например, страдал фермер Мил, на чью репку они посягались. Вот суки. Ларилай правда пыталась следить и помогать жителям Разбойной долины. Переживала, что они будут есть, когда магазин Пенни закрылся. Однако, за, наверное, даже года, если не десятилетия, все это ей осточертело. И стало просто плевать. Она перестала укладывать мертвецов спать, по ночам уходя, как она говорит, копать. Про других персонажей также много сказать нельзя, но вот что есть. Вышеупомянутый фанат репки Мил, по всей видимости, был таким отшельником, живущим подальше ото всех, но при этом переживающим за каждого. А еще у него есть дробовик. Также, как я уже и говорил, у Пенни, той самой девушки с постера из бригады бандита, был свой магазин, где продавалась еда. Однако, после его закрытия, марионеткам пришлось есть безвкусные крамбли Криспс. Вот так вот нахуй, а говорили, что полезно. Была и грустная история семейки Вестов. Дэйви и Бетти бежали от аракнитов в дикости. The Wild, короче. Я не знаю, как это нормально перевести на русский. Разве что пиздец. В пиздеце они спрятались за шкафом, о котором им сказала мама. При этом этот шкаф находится в доме Пенни. И при этом вряд ли Пенни их мать. Она Хемсворт, не Уэст. В общем, там они и начали помирать с голода, без возможности выбраться. Что при этом стало с ковбоем? Да, это буквально его имя. И матерью нам неизвестно. Еще одним забавным персонажем был шахтер Мюррей. Тот еще приколист. В один момент в счастливых шахтах завелся некий зверь, который вредил жителям долины. Однако он смог запереть его в шахтах, при этом закрыв выход из этой шахты за 6 замками в прямом, блять, сука, смысле слова. Кстати, арахниты — это вот эти павучки. Именно они и захватили старое поместье Карвера, персонажа, о котором мы также знаем исключительно из бригады бандита. А так как оно находится рядом с кладбищем в ущелье мертвеца, арахниты стали терроризировать жителей вокруг, заматывая и подвешивая их в коконах, и портя могилы на кладбище. Создал ли Карвер аракнитов? Вопрос интересный. С поместьем Карвера также связан еще один персонаж – Лукаут, или же Смотритель на православном. О нем прям совсем мало что известно, кроме того, что он следит за проблемами в долине, так как, цитирую, «Это моя работа», и поддерживает какие-никакие отношения с Ларилай. Ну и последним куском лора остается банкир. И его записки... Пу-пу-пу. Честно, я лучше просто их прочитаю. Итак, мы подойдем к событиям игры. Я считал и пересчитывал, но что-то не сходится. Раньше нас было больше в Разбойной долине. Гораздо больше. А теперь у банка гораздо меньше счетов. Так много лиц? Я помню их. Тогда было столько аплодисментов, смеха и слез. Они называли наше имя. Мы вставали. А потом начиналось шоу. А еще Банджа Билл сдох. Эпизод 1. Разбойный бандит и след теней. Игра начинается с распаковки от гробовщика. Кто-то, скорее всего сам кукловод, послал ее за нами, при этом не предупредив, кого именно надо искать. Ларилай открывает коробку с бандитом, явно удивляясь последнему и выражая эдакую неприязнь, что ли. Она представляется и говорит, что это не ее хотелка доставать бандита, ссылаясь на желание дядечки сверху. И вообще, Джон Леннон умер, а шоу must go on. Бандит осматривает свои лапки, вылазит из коробки, после чего его подцепляют на нити, несмотря на сопротивление. Ищем глубинный смысл и отсылку на фильтры с Батим, и понимаем, что бандит этому явно недоволен. Только посмотрите на его лицо, полное... блять, забитого носа. Только посмотрите на его лицо, полное отчаяния и боли, сожаления, дедлайна по анимации и ФНАФа СБ. Отсюда и начинается геймплей. Вокруг можно заметить еще 3 ящика бандита, а также маленькую деталь. Кто-то пытался вскрыть нашу коробку до прихода Ларилай. Проходя дальше и по пути собирая бандит-баксы, основной коллектаблс ради того, чтобы локации не были такими пустыми, мы натыкаемся на еще одного бандита. Пыльного, забытого и мертвого. Однако же, если вы решите копнуть чуть-чуть поглубже, то окажется, что его текстурка называется Unbroken, или же не сломан. Только вот загвоздочка. Его щека, блядь, сломана. Я не знаю, что с этим делать, но вот, честно, судя по его отвисающему настроению, курган ему понадобится не скоро. Так что мы его прикарманиваем, получаем анимацию выпендрежа прямо как в первом трейлере и отправляемся дальше. Что забавно, у этого висячего манита два, блядь, кургана. Им настолько было похуй. Там нас встречают бесконечные тени зрителей. Вы не узнаете их имя в игре, только из файлов. Ну да, вот это зрители. И их очень много. Тут же висят и плакаты из бригады бандита. Самого бандита, Ларилай и банкира. Однако, что интересно, в игровой версии под каждым из них указано «Разбойный бандит» и «Банда пыльных гор». Значит ли это, что в пыльных горах состояли Ларилай и банкир, а также то, что, ну, бандит со своими приключениями какое-то время обходился без помощи доктора Карвера и Пенни, ведь на тот момент их еще просто не придумали, возможно, кто знает. К сожалению, мы слишком мало знаем о том, что было в шоу. Давайте закидаем KBCU, чтобы они в нашем мире запустили шоу бандита. А еще почему-то именно над постером банкира мигает свет. Тупаем вперед и ловим сообщение от Ларилай, которая находится где-то сверху. Она говорит, что с последнего нашего посещения города дорогу так и не отремонтировали, а потому надо быть осторожным, чтобы не попасть в Самару. То есть, получается, что мы не новый бандит. Нас, как марионетку, уже использовали, после чего вернули обратно. И вот, снова достали. Звучит странно, особенно учитывая весельчака, но ладно. Стреляем по колокольчику, ловим скример и встречаем еще один ящик для бандита. Именно около них мы и будем респавниться, спускаясь на нитях каждый раз после смерти. Один энкаунтер с безниточным спустя, мы встречаемся с банкиром. Сидя в своей мини-банке с сейфом за ним, этот нервный приколист стрессовал в ожидании нас. А еще он выполняет функцию сохранения из Dead Space. Угадайте, какие клоуны спустя 3 года повторят этот мув. И главный вопрос, который может возникнуть у вас, если вы были достаточно внимательны, звучит примерно так. Какого хуя он белый? Ну то есть, с момента серии про ограбление банка, редизайн случился не только у бандита. Вот только, если бандюган отделался побитой щекой, то вот банкира полностью перекрасили. Да еще и налысо побрили! Возможно, это причина, почему он такой на нервиках. Скучает по эмо-челочке. Из фраз, которые он говорит, самое интересное явно является о его цвете также высказался и Митли, описав то, что он окрашен в белый вот так. Банкир – бледный, испуганный паренек, что не очень часто выходит наружу. Про Ларилай, кстати, он сказал вот так. Гробовщик зеленая, наверное, потому что она все время тусуется вокруг трупов. Ну, эти рассуждения, конечно, хороши, но нам как бы надо раздобыть ржавый ключ от двери. Благо, он находится совсем рядом, в комнате по соседству. Тут и надпись «Остерегайся безниточных» и чей-то гроб, а еще они забыли задисполнить врага. Вот-вот-вот его тень стоит. Проходя дальше, мы можем наткнуться на дверь сбоку. Она ведет нас в комнату, принадлежащую реальному человеку. Все в ней человеческих размеров. Здесь же есть и телевизор, который проигрывает нам отрывок из шоу разбойного бандита, а именно песенку бандита. Первый квест, в данном случае от банкира, по добыче серебряного ключа счастливых шахт и отправляемся в путешествие по дикости. Там мы натыкаемся на нашего старого знакомого, Скорбь. В игре вы не узнаете его имя, только через, ну, мерч. И марионетка это странная по одной простой причине. Вы не можете ее убить. Никто не может. Каждый раз, когда вы пытаетесь выстрелить в него, он просто улетает со сцены. Еще можно найти место, где, скорее всего, жила семья Вестов, а также еще одну комнату людей. Притом, в обоих случаях в этих комнатах будет по записке. А значит, марионетки знают не только о кукловоде, но и о людях в целом. Или хотя бы примерно представляют их. Кстати, по дороге к лагерю можно также увидеть постер с надписью «Правила шоу. Играй свою роль». То есть, даже постеры были с правилами, которые устанавливают марионеткам. Интересно. По пути за ключом также замечаем постер розыска некого безликого бандита, который набил себе цену в 50 тысяч долларов. Мощно. Интересный факт. Этот плакат первый из двух упоминаний шерифа, который нахуй вырезали. Добираясь до цели, нас, кроме банкира, также встречает сам доктор Карвер, который говорит, что мы должны охранять наши нити, и что он может нас подлатать. О нем сложно что-либо рассказать, кроме того, что он покрыт плесенью, о чем говорил им Митли. Его щека также подбита и подвязана чем-то вроде нитей. Это не похоже на железные штуки, как у бандита. Это вот, скорее, именно нитки. Он использует пиявок, и судя по тому, что стоит на коробке, чтобы казаться выше, жизлода достаточно нарциссичен. Проходим сквозь дверь и попадаем в гости к Пенни. Она напевает песню бандита. Вокруг развешаны постеры с розыском безликого. В окне виднеется силуэт дамы. Впрочем, вскоре она убегает, а мы, наконец, заполучаем серебряный ключ. Что интересно, Пенни не подвязана к нитям. Если же после подбора ключа подойти к шкафу, то мы найдем Дэви и Бетти, сидящих у лампы, мертвых от голода. Идем обратно, однако слышим 3 удара по колоколу, и, покрывшись мурашками, встречаемся с ним. Безликим бандитом. Истрепанная, изрезанная марионетка с хендмейд косой из пилы и палки. Его руки выглядят как руки обычных безниточных. Однако самое интересное, у него не побита щека. А значит, безликий бандит может быть той самой оригинальной куклой бандита из шоу бандита и пыльных гор. Кстати, он вызывает фильтр на экране. А еще ему вообще поебать на сцены. Он не подвязан на нити, а кого убивать вообще похую. Он идет за бандитом. Послушав пение Пенни, попадаем в счастливые шахты и, из-за нужды в коде от шахтера Мюррея, встречаемся со зверем. Это огромная марионетка без ног, покрытая плесенью от старости, что бежит за тобой, дабы сожрать. Пробравшись через пару комнат с ним, задаем один главный вопрос. Чему тут эти монеты с логотипом Kindly Beast, которые выглядят как ёбаный лайм? Я 5 лет думал, что это лаймы. Блять! Так еще и лежат они на каком-то уж слишком странном столе. Спойлер, он должен был быть в больничке Карвера. Потом поймете. Так, мы встречаемся с еще одним персонажем – Безумием. Она просто висит в воздухе, а когда мы подходим, улетает на нитях, оставляя черную лужу. Ее имя, кстати, вы можете узнать исключительно в файлах. Про цвет Безумия Митли сказал вот так. Безумие красное и черное, потому что, ну это круто выглядит. Спасибо за честность, мужик. Тут же мы находим 2 сайд-квеста. Первый от Кеймана. Он просит притащить 1000 бандит-баксов. Делаем это и попадаем в комнату с надписью «Банда пыльных гор грядет». То есть Кейман, возможно, является одним из членов пыльных гор, а значит и нашим бывшим напарником. А еще у него тут почему-то нет руки, зато есть монетки с логом бистов. Про его дизайн даже не спрашивайте, я не ебу, почему он выглядит как блядский скелет. Второй от мистера Тела. Покрытая плесенью марионетка просит принести ему его голову. Возвращаемся в самое начало, берем голову, отдаем ее, нас благодарят. А после он пропадает. Только посмотрите на позу этого эстета. И да, имя одного говорится исключительно в саундтреке, а другого в файлах. Извините, пожалуйста, но в титрах тоже есть имена, иди нахуй. Вместо этого держите просто невероятный факт. По файлам можно узнать то, что все эти царапины принадлежат именно Гривису. Что делать с этой информацией, я без понятия. Наконец-то находим код от дверей, и там же встречаем Пенни, которая говорит очень интересную вещь. То есть барышня выдавила себе глаза. Прикольно, мне нравится, можно побольше такого. А вот что мне не нравится, это маленький факт о банкире, о котором я намеренно умолчал до этого момента. У него тоже нет глаз. И ей-богу, я не понимаю, как он писал записки, работал в банке и кидался динамитом. Я уже молчу про то, что примерно у половины всех персонажей из игры тоже нет, блять, глаз. Она уходит, и больше мы ее не увидим. А потому, пройдя головоломку Мюррея, видим лоха и получаем медвежьи капканы. Спустя еще одну дверь, мы попадаем в лучший сегмент игры — шахтовое безумие, где мы, вооружившись древним спаркбластером, или же на православном искрометом, вынуждены стрелять по мишеням, катаясь на вагонетке, по пути встречая Ларилай, зрителей, Пенни, избегая от зверя. Пиздец, блядь! Один заезд с Вин Дизелем спустя мы попадаем в ущелье мертвеца. Заходим в гости к Ларилай, видим анимацию из трейлера, однако теперь она в совершенно другом месте. Почему я так говорю, я не знаю, я такой пиздатый. И получаем расклад на эту ночь. Гробовщик просит нас найти ее ключ скелета, который она посеяла где-то на территории ущелья. А еще она просит нас не будить мертвецов, которых она только уложила. Тут, конечно, возникает вопрос. Мы знаем, что в какой-то момент она просто перестала укладывать мертвецов. Об этом писал Лукаут, говоря, что ей стало плевать. Об этом писал фермер Мил, говоря, что Ларилай не выполняет свою работу. Это также доказывает и Кейман. Он выглядит буквально как мертвец с кладбища. Возможно, он просто сбежал, и поэтому перестал быть зеленым, отдав эту зелену на эти ёбаные, блядь, лаймы. А значит, Ларилай вложила их специально для этого шоу? Все возможно. Может быть, я слишком глубоко роюсь в амальгамете за сетов за 2 недели. Я не знаю. В диалогах Ларилай прямо помешана на правилах, а также том, что что-то необычно. Что именно? Да кто ее знает? Может, бандит? Без понятия. В ее доме также можно смотреть гроб, на что Ларилай скажет: Silly bandit, you can't open that yet. Странно, но ладно. Дергаем за рычаг, стреляем в колокол и будем мертвецов. Казалось бы, сбегать за ключом для Ларилай в 5 и вернуться, пройдя дальше по двери, которая нужна уже нам. Что сложного? Однако, мы узнаем, что Ларилай решила закрыть нужную нам дверь на 2, мать его, ключа! Нет, вы не понимаете, это не 2 ключа, которые она посеяла! Она запрятала их оба! Пиздоболка, блядь! Нужно ей ключ скелета и еще один! Ну и ладно, хуй с ним! Я сделаю это! Я достану оба ключа! Первый, ржавый ключ, лежит за кладбищем, возле отдельного мемориала Банджабила. По пути видим закутанных в коконы и подвешенных марионеток, а также встречаем безумие. Однако ее поведение не отличается. У самой могилы можно увидеть Лукаута, который просто по-тихому уходит от нее за сцену. Из прикольного, на кладбище есть вот такая смешная колонка со шляпой Ларилай. Или это секретная могила настоящей Ларилай, а перед нами фейк-график. Слушайте, думаю, пока этот псих что-то там орет, лучше я вам расскажу о том, что у меня есть канал со стримами, где мы хихикаем, хахакаем и очень некультурно выражаемся. А еще есть ссылка в описании для донатов. Каждый, кто поддерживает, помогает каналу и попадает вот в этот блог, где мы сейчас и находимся. И как вы слышите по звуку, деньги ваши явно пошли куда надо. Что там еще у меня есть? Телега есть, там много щитпоста и, ненависти к ФНАФу. Ну и за лайк с подпиской и комментарием буду благодарен. Он закончил. Меня не заканчивают в Твиттере, отлично. Приятного просмотра. Вспоминаем, что так-то Ларилай нас просила принести ключ скелета. И хоть мы его еще не получили, но если после того, как вы дернете за рычаг, вернуться к ее дому, то вместо нее там нас встретит табличка: ушла копать. Копать так копать, мы чисты. А значит, идем за вторым ключом. Собственно, ключом скелета. Ладно, нет, я должен рассказать про это. Я тут пытался более-менее красиво, конечно, все это объяснить, но на самом деле в игре это работает примерно так. Табличка на доме Лори появляется только если вы убьете зомбиков за воротами. Притом доходит до абсурда. Вы можете убить зомби, зайти в ее дом, после чего выйти, и на доме появится табличка. Но если зомбиков не убивать и собрать оба ключа, а после вернуться в ее дом, то там ее просто не будет. Как-то так. Снова встречаем безумие, стреляем в колокол, и неожиданно вылазит Лукаут, которого можно либо подстрелить, либо дать ему закончить осмотр, и он сам благополучно пропадет. Но нити, блядь, останутся. Заебись, охуенная игра. Из интересного, стекла в его бинокле побиты. Все бы хорошо, но мы так-то попали в старое поместье Карвера. А значит, нам придется пробраться через толпы аракнитов и целые, блядь, хуй знает как даже сказать, блоки еще живых марионеток в коконах. Они прям двигаются. Вау. Самое интересное, этот ключ сюда запрятала сама Ларилай. Ну конечно, блядь. дабы никто не уносил его за территорию ущелья. Вот такие вот они, ваши, блядь, гробовщики. Охуеть, спасибо, я, блядь, арахнофоб. Отпираем последний замок в игре и попадаем в запретность. Да кто эти названия придумывает? Тут мы встречаем ту самую записку банкира, а также обувь и постер короля Бубу, улыбчивого клоуна и его курицы Дамдама. Однако, если присмотреться, он не то чтобы улыбается, скорее, блять, страдает. А еще тут отдельно стоит резиновый Дамдам. Наконец, перед нами предстоит дверь с тонной интересных надписей. Вроде «На сцену! Опасно! Берегись!» и «Просим тишину! Идет шоу вообще-то!» Мы проходим к центру сцены. Сзади нас красуется логотип шоу разбойного бандита. Становимся в выделенный светом круг, и перед нами предстает целая толпа зрителей. От мала до велика. Мы слышим детские голоса, шепот, то, как дети напевают песню разбойного бандита, пока гигантская рука сверху не забирает марионетку. На этом и кончается первый эпизод Showdown Bandit. Нам высвечивается надпись «Подключайтесь в следующий раз». А после получаем плюшки за прохождение эпизода. Костюм мистера Гринза. Наверное, хотели показать, как себя чувствуют люди, купившие это. Отдельный режим «Шахтовое безумие». Тот же самый сегмент из игры, но теперь вы можете бесконечно его перепроходить. И новые секреты, среди которых был постер Митли, то, что Дэви и Бетти пропадают, и кусок QR-кода. В фойлах он подписан как «Join Us». И вот... прошло уже как 5 лет. А мы до сих пор даже понятия не имеем, что могло быть за ним. Ну вот такие вот, ебать, секреты у Митли-то, на века нахуй. Что там, блядь, в Баттерн, в Батим не можете найти? Как вам такое, блядь? Попробуйте вот эту хуйню разгадать. Ну и сцена после, где мы слышим, скорее всего, шерифа. Look who it is. You bandits come and go, and nobody blinks a wooden eye. Как-то так и можно описать сюжет первого эпизода «Разбойного бандита. След теней». Я без понятия, что тут говорить. Геймплей как будто пытался появиться, но дедлайн оказался быстрее него. Но давайте начнем с основы. Все управление залочено на мышку, и как-либо изменить его вы не можете. Нажимая на нужную вам точку, появляется маркер. И вы, ну, ждете, и еще ждете. Ну, еще в целом, еще подождите до тех пор, пока самый медленный персонаж видеоигровой индустрии не дойдет до крестика. Взаимодействие с чем-либо также происходит благодаря левой кнопке. А значит, вам отдельно придется наводить на иконку, чтобы поговорить с персонажем, пройти через дверь, подобрать предмет или осмотреть нужный вам объект. Из-за того, что вы тратите время на наведение, есть неплохой такой шанс обезделиться врагом, который идет прямо за вами. Кстати, о них. В первом эпизоде врагов можно поделить на две категории. На тех, что сносят вам по одному хп, это скорбь, безниточные и аракниты. И на тех, что вас ваншотят, это безликий бандит, зверь и доски, в которые вы можете влететь, пока хасаните, блять! Конечно, если закрыть глаза на последнюю троицу, то игра звучит вполне челленджовой. Ведь у вас всего 5 хп, aka 5 нитей, которые даже визуально отображаются над бандитом на целый эпизод. Но у вас есть банкир. После смерти вы просто вернетесь к нему. А так как эпизод коротенький, то и прогресса вы потеряете мало. Так еще и доктор Карвер есть. Благодаря ему вам вообще не стоит париться по поводу жизней. Ведь он полностью, абсолютно бесплатно подлатает вас. Но! Если же вы каким-то чудом умрете, то получите, ну, очень смешные скримеры. Конечно, вы можете дать отпор врагам. Двум врагам. Безниточных и аракнитов вы можете убить сразу 3 способами. Первый – это после активации рычага на локации. Нужно найти определенную точку и только с нее выстрелить по врагу. В случае с безниточными, целиться надо желательно в голову, так как если выстрелить в торс, враг может и не умереть. У аракнитов, ну вы посмотрите на их размер тут, целиться нахуй не надо. Второй открывается ближе к концу эпизода. Медвежьи капканы. Расположив их на точке, где вы стоите, вам потребуется загнать в них врага, дабы те смешно развалились, как лего-человечки. И то, действуют они опять же только на безниточных и аракнитов. Скорпу летит, а безликому вообще поебать. Ну и третий, самый творческий способ. Это заставить столкнуться врага с безликим бандитом. Тогда он просто убьет бедного павучка или марионетку, продолжив идти за вами. Ну а скорби, так же поебать. Из прям основного геймплея это все. Но сам список занятий еще не окончен. Есть вот сайд-квесты. Два сайд-квеста. Кеймана и Мистера Тела. Однако, они оба страдают от, как я его называю, синдрома служения Эльс Энджел. Это блядские фетч-квесты. Одному надо принести голову из начала игры, а для другого собрать 1000 бандит баксов. И да, это единственная причина, почему они, существуют. В одной такой пачке 10 бандит баксов. А значит, вам требуется собрать 100 пачек. Пиздец. Конечно, есть записочки. Кроме того, что одна из них запрятана, и для ее получения надо прочитать другую записку, сказать больше нечего. Записка как записки. Также есть и заказы. Только вот, из 2 заказов на эпизод необязательным является лишь один. От Ларилай. Первый же вам в любом случае придется выполнить по сюжету. Но вот заказик от Ларилай классный. Вам надо убить 10 аракнитов в поместье Карвера, за что вы также получите награду. И раз речь зашла за награду, пожалуй, именно она и является главным развлечением на протяжении всего эпизода. И эта награда — скины. У бандита есть свое убежище, эдакий микрохаб, где играет лучший саундтрек всей игры, и в нем же вы можете менять костюмы бандита. Каждый из 7 имеет свой способ получения. Вот эти 2 за выполнение заказов от банкира и Ларилай, Сука, вот кто он такое имя нахуй придумал? Вот эти 2 за выполнение заказов от банкира и Ларилай. Вот эти за выполнение сайд-квестов Мистера Тела и Кеймана. Эти за прохождение игры и нахождение плаката с Митли. Ну и вот этот гондон. На него у всего комьюнити разбойного бандита ушло 3, мать его, года. Подробнее об этом я расскажу в блоке с достижениями. Но он связан с шахтовым безумием. Конченый, а не законченный у него название, а конченый нахуй. Кстати о нем. Шахтовое безумие — это определенно самый прикольный и крутой момент за всю игру. В него просто весело играть. И учитывая то, что именно этот сегмент вы получаете как отдельный режим после прохождения, у меня кончается дыхалка. Так, думаю, не я один. Больше сказать про геймплей этой игры нечего. В ней нет попыток в стелс, да и какой там стелс, когда враги очень глупенькие. Наверное, единственное исключение — это зверь, который тебя ваншотит, и с которым надо придумать какую-никакую тактику прохождения комнаты. Да и то, он встречается всего на 2 комнаты. Еще же в этой игре есть безликий бандит. Я о нем совсем забыл. В основном по вот этой причине. Он медленный, глупый, и ты банально не боишься его. Кроме резкого появления, которое может напугать раз, максимум 2 раза, больше из себя он ничего и не представляет. Как-то так. Ну что тут говорить? Он охуенный! Несмотря на то, что в изначальной игре картинка и арт-дизайн были еще лучше, чем сейчас, по большей части благодаря освещению, я все равно просто обожаю то, как выглядит разбойный бандит. Атмосфера, которую дает картинка, просто незабываемая. Я как будто возвращаюсь в детство. Что-то такое далекое и теплое, что уже никогда не получится вернуть. Да даже этот фильтр на высоких настройках, из-за которого игра будто слегка размывается, что ли, он мне прям заходит, он прям погружает. Итак, первое, что видит игрок, запустивший бандита, что логично, меню. И как же я люблю меню разбойного бандита. Саундтрек также придает максимально уникальную атмосферу. Я просто обожаю все эти детали. Открытую коробку бандита, его шляпу и корган. Цилиндр Ларирай... Цилиндр Ларилай на фоне, граммофон и мешочек денег, еще живую, дергающуюся в тени марионетку на нитях. И, конечно, стоит вам заслушаться и засмотреться атмосферой меню, как скромно стоящий в углу телевизор с удовольствием выбьет вас из колеи. но не одним меню едины. Каждая из локаций также шикарно передает свою атмосферу. Начало непонятное и завораживающее тайное одновременно. Перепутье, напрягающее тонной дверей. Дикость, в которой ты никогда не чувствуешь себя в безопасности. Счастливые шахты, пугающие своей старостью и плесневелостью. Ущелье мертвеца, дарующее удивительное ощущение покоя и смерти. Максимально неуютное поместье Карвера и пугающее своей тишиной запретность. Отдельно из комнат я хочу выделить две. Это домик Ларилай, где я готов часами стоять вместе с ней у камина, и убежище самого бандита, благодаря музыке которой ты ловишь это ощущение из детства, будто все плохое скоро пройдет, а хорошее останется навсегда. А персонажи-то как выглядят! Каждый из моделей шикарный. Наш подбитый и охуевший от жизни бандит. Потрепанный, но не сломленный. Старый бандит, который зависает и отличается текстурой от нашего. Весь такой пыльный, ретровенький что ли. Безликий, истрепанная, изрезанная марионетка. В сшитом из попавшихся под рукой материалов плаще. И отличная от бандитской шляпе. Так еще и в руках у него хендмейд-коса из палки, ниток и бензопилы. Ларилай — это просто мама с лопатой и слезшей краской. А главная проблема в том, что я не могу решить, кто горячее. Элис или Ларилай. Почему Дженнис всегда делает таких горячих женщин? Невероятный банкир, с которого также начала слазить краска. Из-за чего он выглядит таким... печальным, что ли? Даже скорее, загнанным и отрешенным. Очень детализированный Карвер. С подбитой щекой и стальным подбородком. Пенни, имеющая одновременно милейший и жутчайший вид. Благодаря платью и отсутствию глаз. Скорбь, дизайн которого вызывает откровенную жалость из-за того, какой он побитыш. Очень необычное и прикольное безумие. Жутчайшие ракниты. Различные версии безниточных. То мертвецы со светящимися глазами, то Кейман, то Мистер Тело, то Зверь без ног. Просто вау. Очень прикольный дизайн у Лукаута. С ярким, ядовито-зеленым цветом. А также интересными деталями в виде болтов и улетевшей челюсти. Максимально огромная и противная рука кукловода. Ультражуткие и криповые зрители. И, конечно же, я просто без ума от того, какой король Бубу на самом деле огромный. Что мы понимаем, исключительно увидев его разношенную обувь. И верную резиновую курицу Дамдама. Ну и куда без постеров? Боже, блять мой, как же я обожаю постеры в этой игре. Рекламные постеры Спаркбластера и продуктов. Баскер Хилл, правил шоу, моего скрипучего стула, розыска безликого, постеров самого шоу, короля Бубу и максимально криповый блуждающий бандит. Да даже если отдельно взглянуть на постеры основной пятерки, этот загадочный взгляд у Ларилай, безумие у бандита, а также какие-то уж совсем другие корганы, пожалуй, даже лучше, чем игровой вариант. Банкир со слезой и динамитом в руках, а также подбитым пальцем. Добродушный Карвер с иглой и одновременно милая и пугающая Пенни. Да и вдогонку, вот эти два постера, бандиты и Ларилай, тоже прям, ну, супер вайбовые. Я просто обожаю то, как выглядит весь разбойный бандит. Композиторами первого эпизода «Разбойного бандита» выступили Митли, Человек-оркестр, который до этого писал просто упомрачительные саундтреки для Батим, и Конор Грейл. И как же я их обожаю! Два этих гения создали поистине лучший саундтрек из всех, что были в играх Joey Drew Studios. Они просто восхитительны! Первый трек, о котором я расскажу, будет, конечно же, Another Time. Песня, которую мы слышали еще с самого первого тизер-трейлера, и которая, наконец, дошла до релиза. И теперь играет в убежище бандита. Я не могу передать словами то, насколько она ламповая, теплая и возвращает то самое чувство беззаботного детства. Тема из меню. Она просто завораживает. Используя ноты из темы бандита, она каким-то образом вызывает невероятную меланхолию и загадку, ответ на которую так хочется найти. А в сочетании с визуалом самого меню, засесть в нем можно надолго. Load the Tension выполняет свою главную работу, задает тон загрузочным экранам, ведь они скучные. Но вот музыка настраивает тебя на погружение, хоть и играет от силы типа в секунды 3. Она такая тягучая, что ли. Фейслесс просто неплохая. Она напрягает и вызывает адреналин. Тяжелые, будто металлические бочки прям подмечают тяжелые шаги безликого бандита, что идет за тобой. Но все это ломается об то, что за нами бежит вот это неуклюжее существо, которое ни на что не способно. Что я тут могу сказать? Кейманс Дэн просто гениально. Off the Rails шикарно. Мощная, энергичная и разнообразная. В ней играет тонна инструментов. Все они задают тон просто диких скоростей, даже если при этом вы едете на семерке. И мое любимое — это электрическая гитара, которая подчеркивает каждую эмоцию. Вау! Я реально не знаю, что тут сказать. Я просто обожаю House of the Dead Keeper. Он такой! Wake in the Dead просто мощь. Мощный, бодрый, заряжающий саундтрек, который бьет тебя арматурой по башке, вызывая все больше напряжения, пока на фоне снова играет электруха. Lock and Key — это лучший саундтрек для титров. 13 из 10. Еще, если вы покупали официальный саундтрек в Steam, как бонус, вам давали Outlove Remix. Тот самый, что Митли выпускал у себя на канале. И, о боже, как же он ебашит! Это просто словами не описать. Это лишь треки, что были в сборнике саундтрека. В самой же игре их было куда больше. А некоторые были просто изменены. Блять, сложное слово нахуй. А некоторые были просто изменены. Пошел нахуй, я не умею это слово выговаривать. Так, House of the Dead Keeper на фоне обрел звуки камина из дома Ларилай. И боже, насколько же атмосфернее он становится. Кейманс Дэн получил эффект небольшого детюна и звучит также шикарно. А Slot the Tension вообще мем какой-то произошел. В файлах у нас есть 3 версии этого трека. Обычная, Old и Older. В саундтреке используется Older, хотя в самой игре звучит обычная. И Old. Каждая из версий имеет свою изюминку тягучести, так что, ну просто тройной кайф. Еще мне хочется отметить треки, играющие в первых 4 тизер-трейлерах игры. Они такие вайбовые, боже, жаль то, что далеко не все добрались до релиза. просто не попали в сборник, то, ну, да такие же пиздатые они. Вот у нас тема из первой катсцены. Она одновременно нагоняет атмосферы, напряжение и ощущение чужого мира, который нам явно не рад. Вот у нас простенький саундтрек во время стрельбы из кургана, который просто задает ритм. Вот мы попадаем в дикость, и нас просто окутывает максимально недружелюбный саундтрек. Мертвецов и наслаждаемся невероятным органом, который плавно переводит нас в другой саундтрек – Waking the Dead. Вот тема встречи с банкиром, которая является укороченной версией Lock and Key, и которая прямо-таки подчеркивает, что он, собственно, банкир. Или же встреча с Карвером. Он лечит наши нити, а потому тема его встречи — это струнные. Встреча с Пенни до последнего держит напряжение, а после, с раскрытием ее способа, оно также резко пропадает, как и сам персонаж. В файлах также лежит и один вырезанный саундтрек. Strings and Things. И он прикольный. Звучит как куда более агрессивная версия погони за баксом бани, блядь. За бандитом. Ай, бля, как хрустнуло плечо-то. Ну и эмбиенты. Какие же они охуенные. Просто каждый. Before the Show следует за вами почти всегда, но то, какую он вызывает атмосферу, то, как он напрягает, это просто вау. The Darkest Pulse отлично напрягает, особенно этот шепот на фоне. Как же я его люблю. Campfire Songs позволяет расслабиться и отдохнуть от кукольного безумия на пару мгновений, чтобы после продолжить путешествие с новыми силами. Chase также отлично выполняет функцию напряжения, звучит одновременно тягуче и угрожающе. Шахты... Ну, в шахтах звук шахт. Прикольно, но ничего особенного. Арахнид Нест все еще вызывает у меня мурашки. Бррр. И последний в этом блоке эмбиент ущелья мертвецов. И блять, как же я его люблю! Он просто охуенен! Первый эпизод встретил нас 8 достижениями. И они... да почти никакие. Просто средние достижения на уровне Батадор. В том же Батим достижения были реально интересными и прикольными. И надеюсь, что в клетке достижения по стилю их наполнения будут приближены к Батим. Чё-то я тут вообще разнылся, не туда пошел. Так, что у нас там по достижениям в Бандите? Ну, Into the Wild выдается по сюжету. Pest Control, Overlooked Outlaw и Backstage Secrets выдавались за сайт-квесты и заказ вместе со скинами. Familiar Faces за нахождение Митли. Bookworm за прочтение каждой записки. И кроме нахождения той, что возле Дэви и Бетти, также не составляло труда. А вот Dangerous Territory в целом интересная. Ведь для его получения нужно пройти эпизод без смертей. Ёбаный Bandit the Die. Про него я уже кратко упоминал в блоке геймплея. Но, блядь, сука, нахуй! Это сломанное достижение и скрипт, который пришлось чинить фанатам нахуй. Это просто пиздец, я в рот ебал долбоеба, который это так криво закодил. Из-за чего люди не могли получить ни скин, ни достижения. А еще из-за него же... режим шахтовое безумие просто ломался. Ведь для получения скина вам надо попасть по всем мишеням во время перезарядки. Не смогли это сделать во время самого эпизода? Не беда. Мы сделали отдельный режим. Ах да, сосите хуй! Ведь мы закодили его как последние долбоебы. Вы просто уйдете в бесконечный черный экран. Просто охуеть. Спасибо нахуй, блядь, папаша. Эту хуйню они так и не починили. Заебись. Эпизод вышел, вышел и мерч, и саундтрек, вон даже Инктябрь устроили официальный, но что было после? Во-первых, нас ждал патч ноут, где добавили субтитры, 2-3 бага починили и добавили секреты. И было это так давно, что я честно даже не помню, что за секрет был добавлен. По-моему, речь идет о том самом куске QR-кода. Но опять же, я честно не уверен. Может, это вообще наебка. 20 сентября, спустя 3 дня с выхода первого эпизода, твиттер-аккаунт Бандита публикует вот такое изображение с Ларилай, а спустя еще пару часов и полноценный трейлер под названием Showdown Bandit is about to get wild. Сам же трейлер встречал нас фразой Ларилай во время взаимодействия с гробом в ее доме, мелодией «Когда мы заходим в дикость» и криком скорби в момент, когда логотип расширения, не путать с DLC, появляется на экране «Смерть в дикости». Не сейчас, но скоро. То есть мы должны получить расширение для первого эпизода, где мы бы играли за Ларилай либо до событий самого эпизода, и они были бы связаны с этим гробом, либо уже после, когда она пошла копать, и все это происходило бы в дикости. Прикольно. 23 сентября Митли опубликовывает свой арт с Ларилай, подписав его вот так. У меня было несколько свободных минут, поэтому я сделал очень быстрый артик с мисс Гробовщик. Уверен, что многие рисуют ее куда лучше, чем я. И последнее, что ждало разбойного бандита, это переименование игры в Showdown Bandit эпизод 1 на короткое время. И к чему и зачем, до сих пор непонятно. Потому что после они снова его вернули на Showdown Bandit. А также 2, блядь, выпуска совета по выживанию, где ПНГшка бандита просто всплывала на экране и рассказывала про кокшот. Ну знаете, тот знаменитый кокшот, который вы используете, блядь, ну 2 раза, дай боже, за игру и безликого бандита. Называй его мерзким, подлым и пугающим. Притом, советы там были ну просто невъебенные. Например, стреляйте по безликому. Охуенная кончина. Окей. Перед началом этого блока я обязан сделать ремарку. Все сказанное мной тут адресовано Майку и Митли из 2019 года. После всей той жести, о которой я расскажу дальше, я правда считаю, что они усвоили урок и справились. Потому, пожалуйста, не надо после этого видоса идти и писать, какие они там гондоны. Думаю, они и сами это поняли. Сейчас же это крутецкие мужики, которые делают, горят творчеством, и игры которых я просто обожаю. Уж не знаю, якобы в будущее заглянуть не могу, но если сами Майк и Митли посмотрят это видео, спасибо вам за то, что вы делаете. И, пожалуйста, не обижайтесь. А теперь мы возвращаемся на 5 лет назад. А именно... февраль 2019 года. Спустя около 4 месяцев идей и концептов, первые из которых накидали сами Майк и Митли, и среди которых могли быть эти самые. Первые тизеры с сайта Kindly Beast. Команда разбойного бандита начинает активную разработку игры. Им ставит жесткий первоначальный дедлайн — 5 месяцев. За этот срок они должны собрать первый эпизод целой игры, полностью готовый, с озвучкой, музыкой, сюжетом, который также будет продуман и на следующие главы, хоррором, интересным визуальным стилем и геймплеем. И ребята принимают этот дедлайн, начиная ебашить как не в себя, в то время как Митли и Майк переключаются на Баттедер, забивая на бандита. Ну то есть, я, блин, видосы иногда по полгода делаю, а тут целая игра за такой срок, созданная с нуля, так еще и новый бренд, который должен понравиться целой туче фанатов, что запросто могут и сожрать вас, стоит им только дать шанс. Это правда огромный труд, огромная работа даже для 20 человек, но если не пинать хуи как некоторые, то получится что-то стоящее. Выходят тизер-трейлеры, анонс названия игры, посты в Твиттере, второй трейлер, загадки. В общем, все то, что я обсуждал в первой главе видео. Казалось бы, все идет по плану. Однако, в самой студии, за пару месяцев до релиза, что намечено август, Митли и Майк устраивают собрание. Всего за несколько месяцев до выхода они собрали группу людей в комнате и решили перезапустить все. Разработать другой ход прохождения игры. Было тонна процессов и работы, все это было большим стрессом и неопределенностью для команды. Никто не был уверен, что все получится, но команда очень старалась, чтобы все удалось. И даже несмотря на это, 1 августа команда выпускает трейлер с даты выхода первого эпизода. Его выход намечен на 29 августа. В кармане у них еще месяц на то, чтобы отполировать игру, чем они активно и занимаются. Однако 16 августа, всего за 2 недели до выхода, абсолютно каждому сотруднику приходит одно уведомление. Хей, народ, я бы лично хотел прояснить и повторить несколько моментов, касающихся последних нескольких недель. Прежде всего, чтобы устранить любые опасения, основанные на последних новостях, касающихся Showdown Bandit и Kindly Beast в целом. Никаких увольнений не будет. Мы намерены позаботиться о том, чтобы у каждого была значимая роль, которая использует его навыки и позволяет каждому расти в приятной творческой среде. Я могу понять потенциальный удар по морали каждого после того, как Митли и я взяли на себя Showdown Bandit. Мне нет необходимости здесь вдаваться в подробности, но если вам нужно что-либо узнать, пожалуйста, напишите мне личное сообщение. Никто не подвергнется игнору, если придет ко мне и будет открыт и честен в своих мыслях по любому поводу. Вы все должны знать, что я спокойно выслушаю любого. Если здесь в Kindly Beast есть кто-то, кто не уверен в том, какова его роль сейчас, и не уверен, что он должен делать, или если вы чувствуете, что руководства недостаточно, пожалуйста, приходите прямо ко мне, и мы сможем найти решение, которое сработает. То есть тот самый злополучный перенос за 2 дня до релиза был сделан не ради того, чтобы улучшить общее качество игры, не для того, чтобы получить лучшую из версий бандита. Нет. Он был сделан ради того, чтобы полностью пересобрать игру с нуля. Showdown Bandit была скорее игрой, построенной методом проб и ошибок, без какого-либо четкого направления. Они дали очень общее представление о том, какой должна была быть СБ. И на тот момент первоначальная дата релиза была намечена на 5 месяцев с момента старта разработки. Это очень мало времени для игры такого масштаба. Они просто глянули на готовую игру и, поняв, что это не то, чего они хотели, решили сами полностью пересобрать ее за жалкие 3 недели, лишь используя чужой труд в виде готовых ассетов. И это на самом деле показательно. Даже авторы оригинального концепта, сами основатели студии, не знали, чего они хотят. В один момент Майк хотел, чтобы игра и вовсе была как Айзек, в то время как Митли, напротив, максимально не одобрял эту идею. Может, рогалики не любит, я хуй знает. Хотя потом уже Борис вышел, да и скоро для него должно еще одно DLC выйти. Хуй пойми, короче, этих ребят. Эти 3 недели Митли и Майк не выходили из дома, не отвечали команде и не появлялись в офисе. Они закрылись ото всех, дабы собрать абсолютно новую игру. Ну зато скинчики добавили, хули. И по итогу, как вы все уже прекрасно знаете из этого видео, получился ёбаный, блядь, амальгамет, из-за которого я схожу с ума уже как 5 лет. Вся команда была в шоке, была в упадке. Они даже не знали, что из их огромной работы останется в итоговой версии. Никто ничего не знал. Их творение просто забрали, превратили в нечто максимально другое и, что самое обидное, хуёвое. Весь сюжет, который мы получали через тизеры и трейлеры, все намеки, возможные твисты, геймплейные механики и элементы, все это было выкинуто. И именно поэтому игра так отличается от того, какой ее показывали. Когда Майк и Митли взяли Showdown Bandit в свои руки, это подорвало настроение каждого. Все так усердно работали над графикой, системами и геймплеем, что чувствовали себя такими выгоревшими. Некоторым людям действительно была небезразлична история и мир. Они были опустошены, когда им сказали, что все это выкинут. Никто даже не знал, что из их работы выживет. Мы все ждали релиза, дабы увидеть, что будет использовано. Фактически запуск был ужасом. Потому что именно тогда команда увидела, как мало всего было использовано. Почти весь код, дизайн уровней, история и пользовательский интерфейс просто исчезли. Ну ладно, ладно, у команды же будет время обновить игру после. Вот и расширение анонсировали, и история явно не закончена. Да и в файлах много контента, который можно вернуть. Все это со временем они вернут и добавят. Ведь так? Мэг же заверил, что увольнений не будет, что все супер. Отсутствие указаний разработчикам, вечная ложь, плохое руководство, пиздатый кофе! В октябре того же 2019 года Kindly Beast начнет сыпаться. Пойдут тонны увольнений, проблем с деньгами и мерчом, суды, целая куча людей окажется под NDA без работы, будучи выкинутыми на мороз. И все это вызовет безумный резонанс. Студия официально закроется, впоследствии став Joey Drew Studios. Первую главу Бандита не починят, Смерть в дикости не выпустят, а про продолжение, как и самого Бандита, просто-напросто забудут как фанаты, так и разработчики. Так как это видео посвящено именно Бандиту, а не студии Kindly Beast и пиздецу в ней, я не буду проговаривать все эти моменты увольнения и жести. На ютубе и так валяется доскональный разбор всех этих событий от Криса Портала. Но вот этот пост, блять, ну Лего, ну мальчик-постмодернист, ничего не сказать, блять. Я же постарался скомпилировать резонанс от сотрудников после увольнения, концепт-арты и вырезанный контент, разбросанный по файлам, дабы хотя бы немного приблизиться к картине того, каким должен был быть тот самый разбойный бандит. Но сначала просто послушайте это уморительное сообщение Майка во время его Ask Me Anything, где он написал свое мнение о августовской версии Showdown Bandit. Что случилось с Showdown Bandit? Showdown Bandit с самого начала был проектом с плохим менеджментом. Мы с Митли передали его команде и руководителю проекта, не уделив должного времени тому, чтобы объяснить им, какой должна была быть эта игра. Результатом стала игра, которая не была достойна нашей аудитории. На самом деле мы до сих пор толком не знаем, что это была за игра, как и некоторые члены команды этого проекта. Мы получали сообщения от некоторых из них, в которых говорилось, что она им не понравилась, или они ее не поняли. Некоторые открыто говорили об этом на собраниях, и мы согласны. Мы с Митли изо всех сил старались переключить и направлять команду в создание того, что когда-то было прототипом в конце прошлого года. В конечном счете у нас это не удалось, и наших лидерских способностей нам явно не хватило, поскольку было ощущение, что все, о чем мы просили, не было услышано. Мы решили взять отпуск, чтобы погрузиться в проект и очень быстро создать прототип того, к чему мы стремились. Я почти год не прикасался к программированию или Unity, так что это была нелегкая задача. Но мы почувствовали, что новое направление ясно, и поскольку мы сократили более половины игрового контента, всю игру бы быстро исправили, но нет. Время шло, и мы увидели, что дата релиза становится все ближе и ближе. У нас появился мерч, многие люди рассчитывали на нас, фанаты были в восторге. К несчастью, не было самой игры. Было много разговоров о том, что мы сможем сделать это будет выглядеть вот так, у нас это будет это, блять, у нас будет это... Но сама игра ломалась почти через день, зависала и как игра просто-напросто не была веселой и не обладала нужной визуальной эстетикой, к достижению которой мы с Митли так упорно стремились, мы никогда не работали в таких условиях. Итак, вместо того, чтобы откладывать на месяцы или отменять, мы приняли решение просто сделать ее сами. Оглядываясь назад, не лучшее решение, но у нас оставались недели, и мы знали, что сможем вытащить ее из огня. Так, за 3 недели мы создали Showdown Bandit с нуля. Полностью новый код, полностью новая история, все новые уровни, добавлена озвучка, а также большое количество новых моделей и текстур. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить как можно больше работы предыдущей команды нетронутой, но по итогу, начиная с нуля, лучшее, что мы могли сделать, это воспользоваться арт-ассетами команды. Мы ненавидели это время. Мы забрали проекты нашей команды, мы поспешили с проектом, стресс был сильным, и единственными, кто мог понять, что происходит, были Митли и я. Нам не с кем было по-настоящему поговорить, кроме как друг с другом. Но, конечно, для всех остальных это просто история, мы такие бедные, знаете. Вот что я скажу. Какой бы ужасной ни была эта ситуация, каким бы плохим ни было восприятие Showdown Bandit, я чрезвычайно горжусь тем, чего мы с Митли достигли за 3 недели. Я просто хотел бы, чтобы у меня было 6 месяцев, чтобы сделать ее потрясающей для наших фанатов. Этот проект в конечном итоге обошелся нам в миллионы долларов, только для того, чтобы мы собрали его за 3 недели и практически ничего не заработали на нем. Неприемлемый, но дорогостоящий урок усвоен. Мы никогда больше не сделаем ничего подобного ни с нашей командой, ни с нашими фанатами, отсюда и задержка выхода Bendy and the Dark Revival. Не с той интонацией я прочитал, вот же я хуесос. Отсюда и задержка выхода Bendy and the Dark Revival. Ну поняли, да? Ёбаный симулятор ходьбы, пизже продуманный, охуенной головоломки с выстроенными маршрутами и патрулями, крафтом, различными механиками и реиграбельностью. Я ненавижу букву «Р». Что я тут могу сказать? Приготовьте вторую пару трусов, потому что первый с вас просто слетит, узнав, каким же был тот самый разбойный бандит. Правда, для этого нам придется скомпилировать информацию из разных источников, а именно, показаний сотрудников, экс-Kindly Beast на Reddit, актеров озвучки, немножко из поста Дримфишера и 2 анонимных работников студии, которых опросил вышеупомянутый Крис Портал. Концепт-артов Матье, что были неожиданно выложены и также быстро удалены, а также концепт-артов Лизалот. Конечно же, файлов самого бандита. Придется провести операцию и расковырять трупик деда, чтобы достать останки, но что поделать. Опыт-то интересный, но также упомяну. С данной операцией мне помогал просто невероятный баняж, а также некоторые из скриншотов и записей, сделанные ребятами сервера по бандиту. Тут как бы мужики снимают шляпу, надеюсь, вы не против. Пожалуйста, посмотрите видосы про вырезанный контент у бандит Фанона. Ну и самый главный источник — мерч! В общем-то, попросили, я делаю вот эту вот прекраснейшая игрушка бандита. Вот у него есть красный платочек, шляпка подвижная, этикетка на заднице Showdown Bandit. И, собственно, вот такой вот персоны. Бандит, а также страшный, ну, даже не страшный, просто брат-близнец бандита, у которого подвижные руки, подвижные ноги, он весь подвижный, и вообще он вообще крутой пацанчик. А еще у него в комплекте был пистолет и капкан, но, к сожалению, у меня их не осталось. Бля, чуваки, давайте, короче, 5К соберем, и я ну вообще весь мерч по бандиту скуплю. Да, блять, размечтался. Итак, так каким же был тот самый разбойный бандит? Самая, блин, обидная часть. Даже за такой короткий период разработки накопилась целая пачка вырезанных персонажей. Вырезали диктора, ту мадаму, что звучало в трейлере The Show Must Go On. Вырезали зрителя как персонажа, вот конкретно этого. Вырезали неизвестного персонажа, которому принадлежал вот этот голос из релизного трейлера. Oh, somebody get that no good showdown, baby. Может, это фермер Мил? Конечно же, вырезали шерифа плохозаконья. Я не виноват, что его зовут Бэдлав, окей? От него даже остался маленький кусочек концепт-арта. 6 гигачет, конечно. Тоже таким хочу быть. Господи! Время теорий! Всем привет, мои дорогие, и добро пожаловать на мой канал с теориями и фактами о разбойном бандите. Сегодня я выскажу свою теорию о том, что шериф Бэдлав на самом деле является фермером Милом. На что указывает тот факт, что у них двоих есть дробовик. Блять, прошу прощения, кризис среднего возраста. Еще шериф перчатки зачем-то носит. Кактусики сажает, наверное. Вырезали Бубу. Вырезали Бубу. Он должен был появляться в игре, а не только, ну, наклонности фотфетишистов. Кроме него, вырезали и целую курилку клоунов. Вот что рассказал Дэйв Ривас, актер Джоуи Дрю, в интервью. And then in the meantime, I don't know if you are familiar with Showdown Bandit. Showdown Bandit. Look this up. This is like a trivia question, and I think it's when Kindly Beast came in, maybe. But it was another game. Oh, yeah. That the Mitley was making, and it was about marionette puppets. A real dark. Oh yeah, I can see it. Marionette puppets. Interesting. And they called me back to play a clown marionette in that game, and I think his name was Boris or something like that. And he was like a depressed showbiz clown, burnt out. Sounds kind of like Krusty. Yeah, it was kind of like it's a little bit of a Krusty the Clown here. Yeah, he was kind of like a Bronx, Jersey kind of clown. Хотя, возможно, идея была в том, что актера, который играл Бубу, звали Борис. Потом его задубасили, он стал марионеткой, и по итогу это один персонаж. А ибо Бубу, ну, тоже явно выгорел. Если вы еще помните, то в самом начале ролика я говорю о том, что по форме головы эти два бандита отличались. Все потому, что его голова мне больше напоминает вне закона. Я обязательно перестану переводить их имена. Да, это та самая марионетка, в честь которой был назван ремикс. И что я могу сказать? Крутой он, блин, со шрамом и сединой, а тут вообще дочь Вандерлинды. Но, что также примечательно, тут есть отдельная строка скетчей, подписанных как «Дизайн ковбоя старого фильма». Значит ли это, что это сюжетный момент, и до банды пыльных гор у нас был целый фильм, или это просто стёб, и в другой вселенной мы бы получили максимально карикатурного внезакона, который был бы дедом и говорил, что раньше было лучше? Вопрос. Также готовьте платочки. Они вырезали Баджа, мать его, Билла! Митли буквально его убил, сначала вырезав, а потом сделав надгробие, посвященное ему. Ну спасибо, что хоть в форме ноты, блять. И блин... Очень обидно. Он такой клёвенький. И даже банджа подписанная, как у пророка Санбоя. Только посмотрите на этого всратыша. Самыми же обидными из тех, кого вырезали, были враги. И какие же у них пиздатые дизайны! На тот момент они назывались забытыми, и для каждой из локаций была своя вариация. Нитро были как вот эти пиздопротивные медузы из Hollow Knight. Налетали на вас и делали бабах. Шептуны являлись по сути инфицированными аракнитыми марионетками. И какие же они криповые. Я... Все, девочки, я в любви, я выхожу замуж. Крикуны — это вообще отдельный кайф. Они отличались по размерам от других, ну и просто круто выглядели. Что вот это нечто похожее на босса, что какой-то гаргантюа с источником силы на спине, что вот эти задохлики, их дизайн, ну, просто великолепен. Шахтеры выглядели, как я под конец создания этого видоса, тоже со светящимися глазами. И именно тут на одном из дизайнов есть болты. Винг-винг. Ну и цепи. Это должны были быть здоровенные роботы-марионетки, на, что логично, цепях. Забавно, что для референса размеров тут использован рендер Лукаута. Еще около порезали, около переделали вот этих забавных парней. Скетчики были сделаны еще в марте, но упомянуть я был обязан. Ну и осталось обсудить вот этого паренька. Да, того самого, с самого первого тизера. Triple S собрал. Правда, показания о нем, к сожалению, разнятся. О, блин, мне кажется, я знал, но забыл. Он мог быть даже из другой игры, и в этом случае его обсуждение нарушит мое NDA. У них было много классных идей для игр, и делиться чем-либо из них я не могу. Я как-то не узнаю этот силуэт. Но могу предположить, что это силуэт для планируемого нового персонажа или злодея для франшизы Showdown Bandit. Ну и немного базы. Мне нужно об этом сказать, потому что, черт возьми, это игра, от которой я никогда не сбегу, ведь я помогала ее создавать. Есть официальные изображения этого персонажа, который я нарисовала. И теперь у меня есть уникальный опыт увидеть, как ее классифицируют как тамблеровскую секси-вумен на тамблер секси-мен Вики в 3 часа ночи. Перед драмой ее звали Ларилай Андерхилл, что, по-моему, было намного лучше. Ще такую красотищу оплакивать, пацаны, будем, просто пиздец. В оригинальной версии было около 90 комнат, в каждой из которых было что-то свое. Наши левел-дизайнеры проделали невероятную работу, наполняя каждую комнату жизнью и индивидуальностью. Карта была разделена на 3 акта. У каждого акта была своя уникальная карта, и каждая карта была разделена на 3 или 5 зон. Тогда каждая зона представляла собой набор комнат, соответствующих тематике зоны. У нас было много классных штук, но из всего, что было упущено, больше всего мне жаль нашу зону Ромео и Джульетты. Когда вы в нее попадали, повсюду были разбросаны мертвые марионетки. Если бы вы присмотрелись повнимательнее, то заметили бы, что на них были аксессуары разного цвета, либо красные, либо синие. Повязки, шарфы, краска, у всех них что-то было. По мере того, как вы продвигались все дальше и дальше по этой зоне, что, кстати, было совершенно опционально, вы узнавали историю 2 фракций, о том, как они начали вести войну, а затем появились сторонники мира и так далее и тому подобное, пока, наконец, вы не доходили до конца. Играла специальная музыка, а в середине были 2 мертвые марионетки, держащие друг друга. Вообще, эта зона не вписывалась в основные тематические элементы истории, но, черт возьми, это было потрясающе и немного грустно. На концепт-артах, а также в файлах игры, для этой локации есть ключ и замок Ромео, а также вариация Гривиса с красным плащом. Что до других локаций, давайте начнем с мелочей. На тех же концептах и файлах у нас есть деревянный ключ и замок, возможно, связанный с крикунами или же Лукаутом и его глазками. Ой, блядь. Игрушечный ключ и замок, связанный с, наверное, курилкой клоунов. 2 неиспользованных фона для локаций, и, пользуясь случаем, просто кратко упомяну, какие же они охуенные, и, человек, который их рисовал, просто герой. Да господи, да даже концепты, которые рисовала Лиза Лот, это ж красота! Также есть неиспользуемые шторки, подписанные как End Level Curtains. Может быть, раньше, при переходе на локацию или в другой акт, шторки должны были закрываться и открываться. К ним же прилагаются и эти прожекторы, что засветились на одном из старых скриншотов. Есть двери входа и выхода, над которыми горит и не горит надпись «Двери на сцену». Есть мавзолей и кирпичные блоки, что также не попали в игру, но засветились на одном из старых скриншотов. По мелочи это все. А потому возвращаемся к концепт-артам и читаем постер уровня. Не знаю, как вы, а я это понимаю так. Это буквально постер уровня, что ждет нас впереди. Вроде логично. Потому давайте сначала отсеем те уровни, от которых меньше всего осталось и чем они могли стать. Великое ограбление поезда могло превратиться в шахтовое безумие. К нему же у нас есть концепт-арты станции Разбойной долины. Вас катает ниточный континентальный экспресс, прошу заметить. Родео Шоудео вырезали подчистую. Однако в файлах остался тематический постер. Аукцион рогатого скота Джамбори. Двухдневное событие в ратуше Разбойной долины. О, как раз на концепт-артах есть ратуша. От ковбоя-клоуна тоже толком ничего, к сожалению, не осталось. Хотя пизделовка клоунов и ковбоев была бы прекрасна. Ну и вот эти 3 замечательных плаката. Для меня они также выглядят как эдакие постеры локаций. Вот этот для самого начала или дикости. Этот для кладбища мертвецов и логова аракнитов, а этот для локации Ромео и Джульетты. По итогу, прям выжившими в файлах локациями с постеров остаются банк с бандитским ограблением банка и клиника Карвера с то, что доктор прописал, торговая марка. С нее и начнем. На концепт-артах, увы, у нас всего одно изображение клиники. Но господи, как же оно круто выглядит! Эта атмосфера просто вау! Тут вам и верстак со швейной машинкой, и подвешенный скелет марионетки, и сумка Карвера с клубками нитей вокруг, и пиявочки, и рисунки черепов марионеток, и... кого-то похожего на зрителей, или женской версии марионеток... наверное. И гора трупов, что скрывается за шторкой. Ну прям полный набор кайфа! Но что меня больше всего удивило, почти все это осталось в файлах! Вот внешняя сторона клиники. Что забавно, в файлах также есть останки от салуна, что засветился на концепт-артах, и к нему же прилагался вот такой арт Разбойной долины, где клиника называлась медицинским кабинетом. Что до внутренней части клиники, то по концепт-арту я попытался воссоздать эту комнату, и блин, выглядит-то на самом деле крутецки. Кроме уже упомянутых предметов интерьера с концепт-арта, в файлах можно найти кусок ткани для швейной машинки, различные по величине горы трупов марионеток, потому смею предположить, что вот в этом моменте из релизного трейлера бандит блуждает по клинике Карвера или локации, связанной с ней. А также, наконец, можно полноценно ознакомиться с предметами в сумке Карвера, а именно... клей, ручка, катушка, пиявки, нитки, иголки, гвозди и нечто под названием ковырялка. Ну и самое вкусное! Это стенды, на которых висят скелеты и зомби. Учитывая, что в старом сюжете Карвер играл важную роль, то что если он был безумным ученым, который создал бродячих скелетов, зомби и арахнитов? Дальше у нас идет банк. И в целом, что на концепт-артах, что в файлах, у нас одно и то же. Кроме внешней стороны здания, у нас есть подбитые декорации внутри, которые выглядят так, будто кто-то пытался ограбить сейф. Для его защиты осталась и отдельная текстурка двери в хранилище. Что интересно, судя по концепт-артам, в сейфе должны были храниться нити. А сейчас, как по мне, главное упущение из локаций. Магазинчик Пенни! Концепт это просто жесть красотища какая! Но давайте посмотрим на мою рекреацию ларька. Ну красота! Мне кажется, что магазин Пенни был бы отличной передышкой для игрока, где можно было бы закупиться клубками ниток, судя по всему оружием, учитывая, что вот эта хренотень перед Карвером на самом деле является оружейным кейсом Пенни, который мог к тому же стильно закрываться в чемодан, и различными зельями, наверное. На 2 из 6 стекляшек у нас есть иконки. Вот это выглядит как хилка, ну или жидкие нити, а это нечто со вкусом вишни. Ну и тут же есть и милая деталь. Кассовый аппарат принадлежит Пенни, а потому подписан ее именем. А еще на нем показывается счет в картах. Однако, к сожалению, не все локации так хорошо сохранились в файлах. Ну вот отель, например. На концептах он весь такой красивый, с интерьером. Он даже флаг Техаса есть. А в игре, ну, 2 текстурки. Еще на концептах есть кузня старого кузнеца, торговый пост долины с чем-то похожим на флаг Чехии и офис шерифа, который также лежит и в файлах игры. Ну и последней локацией, что есть в файлах, остается суд, от которого также мало чего осталось. Но также уже в нынешнем билде игры есть 2 неиспользуемые комнаты, которые по нумерации идут уже... блять, простите. После финала. Но как бы не факт, что после руки должно было быть что-то еще, так как по номеркам выше комнаты с кукловодом у нас стоит хатка Кеймана, бандита, вот эта комната со зверем и шахтовое безумие. Знаю, задушнил. Этими вырезанными и, будем честны, явно недоделанными комнатами с нерабочей интеракцией являются починка коркшота и колизей коркшота. Как бы оставлю вот вам небольшой футажик, как я по ним брожу. Я не виноват, что не придумал, куда это все подвязать, окей? Первое и определенно самое главное упущение всей игры — они вырезали лампочку! Вырезали вот такую дверь, вырезали крюк, которым раньше, возможно, утаскивали марионеток со сцены. Ну, знаете, типа как это делала Бо в истории игрушек. Вырезали вот эту лестницу, которая в файлах подписана как геймплейная лестница, а в игре почему-то вот тут висит. Вырезали полноценную модель ножниц Гривиса. Прикиньте, если раньше была идея босс-файта, где здоровый, целый Гривис с ножницами бежит за бандитом. Вырезали лезвие пилы и горстку опилок для нее же. И вот тут в дело вступает мерч. Ровно такая же пила шла в комплекте с фигуркой Гривиса. В фигурке она надевается на руку, значит, мне кажется, это не очень эффективно. Так что, может, раньше была сцена, где бедную марионетку заживо пилят, и поэтому он такой побитыш? Кто знает. Но сцена была бы сносная. На уровне той, где Элис пытает Пайпера. У Пенни в игре отобрали иголку, хотя она идет в одном файле с самой дамой. Говоря о Пенни, мне также хочется быстренько пройтись по всем концепт-артам, вообще всем. Но начнем именно с Пенни. Кроме того, что концепт-арты сами по себе дико крутые, на них показывается и то, как бы она носила иголку. Да и блин, тут на одном лишь концепте она без глаз выглядит куда криповее, чем в игре. А еще, вы вот знали, что у Пенни есть шпора на ноге? Притом, всего одна. Ради интереса, я даже проверил, есть ли у других персонажей шпоры, и как оказывается, нет. Пенни в этом плане уникальна. Ну и главное, в альтернативной вселенной мы могли бы получить Пенни в костюме горничной. Мне нужны фанарты. Что до других концептов, то есть очень крутые зарисовки окружения, а также концептов того, как должна себя вести камера. На них же можно заметить, что дверку в ящик бандита кто-то снес с ноги. Еще вот концепты пушек есть, каргана бандита, дробовика шерифа Бедлава и бедного Вамтора. Эта пушка прошла дикую тонну итераций. Она должна была называться «Винтовка Красный Рейнджер». А изначальной идеей был огнемет и стрельба ножами. Ебать. Ну и маленькое замечание из тех же концепт-артов. Раньше Карвера звали по-другому. Я в плане, его все еще звали Доктор Карвер, но если сейчас на его сумке надпись «Док», то раньше на ней было «СК». Ради рофла предположу, что его звали Скотт Коутон. Я должен был сказать Саймон Карвер. Да, Скотт Коутон шьет своих маленьких фанатов в подвале, чтобы они делали теории по мимику. Так, возвращаемся в мир 3D. Для банкира и Ларилай в файлах лежат текстуры их деревянных версий. Казалось бы, скин конченого постучал в окно, ответил Штирлиц. Но нет. При сравнении текстур, тон скина отличается от этих двух ребяток. А значит, это скорее всего была идея старой команды. Однако вопрос, зачем и для чего, остается. Хотя в целом, как вариант, деревянный банкир может быть как-то связан с его первым появлением на постере. Ведь там он даже был не покрашен. Ну или прошлый банкир это Гривис. И последнее, что я бы хотел обсудить в этом блоке, это не совсем вырезанный контент. В файлах лежит 8 версий коробок для марионеток. И конечно, каждую из них вы можете увидеть в игре. Каждую. Вот тут. Они просто лежат друг на друге, и все. Эта локация не имеет никакого смысла. Да, по мере прохождения вы встретите еще одну или две из этого набора, но сути не меняет. Мне же кажется, что эти коробки могли быть предназначены для каждой из основных марионеток. Однако, это только моя кажется. И как оно было на самом деле, мы уже никогда не узнаем. Понятно, кто-то из них был в Питере. Мут хотел, чтобы она была похожа на Binding of Isaac, но Митли прям не понравилась эта идея. Таким образом, не было суперединого видения. Предполагалось, что рандомность для реиграбельности будет важной особенностью. Так как мы думали, что она выйдет в довольно сжатые сроки и будет доступна на множестве платформ, команда разработчиков пыталась создать ее правильной, чтобы на этот раз вы, игроки, не получили кучку ужасных портов после проблем с портированием Бенди. Это версия команды. Левел-дизайнеры так усердно работали в сжатые сроки, чтобы все это воплотилось в жизнь. Мне нравится работа Митли над уровнями, но наши уровни были великолепны, и, что более важно, они также были построены таким образом, что в них были правильные пути патрулирования для врагов, места для коллектаблсов, которые действительно что-то делали, и так далее. Да, это заняло больше времени, чем мы хотели, но на мой взгляд, все по итогу сходилось и соответствовало, ненавижу это слово, более широкому набору дизайн-целей. Общая эстетика не сильно отличалась от того, что было в релизе, однако дизайн уровней был построен по-другому. Идея заключалась в жутком стелс-экшене, рандомных комнатах и врагах, рандомном оружии. у вас всегда была возможность выстрелить из кургана в качестве последней линии обороны, но вы теряли нить, если промахивались или если враги добирались до вас, а ваш курган не был перезаряжен. Лута было намного больше, вы могли торговать и по итогу создавать предметы для сражения с врагами. Помимо резких смен тона игры, истории дизайна вырезали некоторые механики. Призрачный мир, зеркальное измерение, в котором вы бы могли использовать сверхъестественные способности. Боевку, тонну уникальных оружий с разными статами. Призрачный мир также играл огромную роль в этом. Система крафта, которую планировалось выпустить вместе со второй главой, так что вы еще можете ее получить. Режим ластшот, когда на вас нападает враг, вы можете использовать свой курган, чтобы отбиться от него, но вам придется перезарядиться, прежде чем вновь воспользоваться им, и так далее и тому подобное. Множество другого контента, включая пасхалки, элементы геймплея и катсцены, также были вырезаны. Пу-пу-пу. Пойдем от менее интересного. Крафт, лут для него и различные оружия для боевки. Кроме концепт-артов, в файлах самой игры у нас есть полноценная модель верстака, а к нему прилагается и швейная машинка с рулоном ткани, и доска с инструментами. Ну и как бонус, у меня даже есть скриншот верстака из августовской версии Бандита. Для лута же у нас есть вот эти мешочки добра, ака материалы для крафта и вырезанная подсказка «Лут Бандита. Нашел, значит мое. Вот путь Бандита». Ищите спрятанные повсюду лут и тайники с нитками. Как удобно, что на концепт-артах как раз есть иконка катушки ниток. Что до оружий, то в файлах одна половина из них без текстур, а другая без моделей. Бестекстурными приколистами у нас являются кинжал, топор, копье, меч, длинный меч и молоток. Безмодельными же угольник, гаечный ключ с бензопилой, нож, палка с бензопилой, нож-ножницы, двойные лезвия, ручная пила, самодельный топор, штука, которой делают формы American Dream кустиком, вешалка, отвертка и вилка. Все эти и даже немного больше инструментов для харассмента марионеток также можно увидеть на этом концепт-арте. Кажись, для клетки они реюзят эту идею с разным странным оружием. Ластшот. Режим, который мне безумно жалко, так как в итоговой игре нам даже пострелять нормально не дали. При том, что впервые этот режим нам показали еще в релизном трейлере. Да господи, в файлах даже остался эффект красных глаз для Гривиса и прицел с таргетом специально для этого режима. В каждом из трех актов был этот режим. Кроме того, что в коде остались кишки в виде интеллекта для врагов и бандита, там же лежит и одинаковая конструкция для трех актов. Забавно, что схожая конструкция фигурировала и на одном из промо-артов. На концепт-артах, кстати, у нас как раз есть иконки для перезарядки коркшота и спаркбластера. Иконку коркшота вообще можно было заметить еще на августовских скриншотах. Да и в целом, на концепт-артах можно заметить множество интересных, вырезанных геймплейных элементов. Вроде иконок для бабаха, для некой жидкости, которая, наверное, замедляла врага, для случая, когда враг оглушен. В файлах даже есть анимированные версии. Есть и концепты различных ловушек. Пахающие мишки, пушки, бензопилы, ямы, кексы, мышеловки и бочонок. А в файлах лежат выдвигающиеся из пола шипы. Ну и самое вкусное. Призрачный мир. В коде есть кишка для взаимодействия с ним, а из концепт-артов собирается неплохой набор, показывающий, как он должен был выглядеть и как бы реальный мир отличался от потустороннего. Есть и иконочки. Это для, наверное, взаимодействия с призрачным пьедесталом, и это для виспа. Это квадуха, от которого также осталась кишка кода. Его мы бы и получали из призрачных пьедесталов, которыми могла стать любая марионетка, покрытая плесенью. О да, призрачная плесень. Вот он, истинный страх разбойного бандита. Притом, она могла быть даже с венами. Жутко, но зато я наконец получил ответ. Что это за странные хорчки с синими линиями по всей игре? И последнее о призрачном мире. Вот несколько эффектов, что сохранились в файлах. Сейчас будет просто самое вкусное бедное, пацаны. Анимации понавырезали столько, что я даже не уверен, что собрал все. Но начнем с основной пятерки. Бандит. Пожалуй, именно из-за его вырезанных анимаций меня разрывает от злости больше всего. Знаете почему? Он мог, блядь, бегать! Но помимо бега, в файлах валяется еще куча интересных анимаций. Смерти, например. и даже больше. Есть анимация попыток бандита ходить с одним хп. Просто вау. Как же это крипово. И насколько же подобные детали добавляют живости игры. Есть анимации поиска и взаимодействия, что, опять же, добавляет живости. И кадр которых мы видели вот на этом скриншоте. Для ластшота осталась анимация для случая, когда игрок бы попытался выстрелить из неперезаряженного коркшота. Для него же, а также игры в целом, остался и целый пак неиспользованных анимаций для спаркбластера. Раньше мы его должны были подбирать с трупа еще одного бандита. И, по всей видимости, могли бы им пользоваться как вторым оружием. Не зря же даже иконку перезарядки нарисовали. Ну и последнее, это нечто под названием F-Idol. У Ларилай была анимация ходьбы. Она и в игре, конечно, жутко кривая есть, но вот как бы она ходила в нормальном обществе. А еще, изначально эта анимация предназначалась для другого диалога. Это понятно из-за жуткого мислипсинка. У банкира та же проблема с мислипсинком в анимациях. Но, помимо нее, по всей видимости, мы бы могли поиграть за банкира. В файлах есть анимация перехода с локации на локацию, как у бандита, а также анимация ходьбы. Прикиньте, если в изначальной версии у нас было бы сразу 3 играбельных персонажа. С Ларилай это все плюс-минус понятно. У нее и надпись «Ушла копать» в файлах подписана как экстрас, и била бы она всех лопатой в ближнем бою. Вон даже на концептах помечено как отдельное оружие. Но вот банкир, что если бы он всех закидывал динамитом? Как по мне, очень крутая идея. И тогда бы, в зависимости от персонажа, за которого ты прошел эпизод, постер в момент выдавания тебе плюшек менялся. У Карвера тоже есть проблема с липсинком. Он также мог ходить, а не позорно стоять на коробке. А также у него есть анимация шитья. Была ли это анимация от хила бандита? Или другая механика, связанная с нитями, что мы должны были бы собирать? Вопрос. Может, он там аракнитов шьет. Ну и Пенни. Ребята, тут целый кладезь. Кроме того, что с собой она таскала иголку, и да, тоже умела шить, для, скорее всего, магазинчика у нее был целый набор анимаций. Даже ручка вон на прощение помахать могла. А еще есть странные анимации вставляния и доставания иглы в землю. И я почему-то вспомнил вырезанную механику из 3-го ДС. Что до вражин, то тоже золото. Скорб, которого раньше звали Катер, был полноценным врагом, с неплохим набором анимаций, и, что главное, его можно было убить! Безумие, которую раньше звали Дроппер, в целом был врагом. У аракнитов есть анимация стояния. В игре же они постоянно ползают. Безликий раньше явно имел другую механику поведения, так как в файлах есть как анимация стояния, так и предупреждение. Ситуации, когда враг знает о том, что бандит находится на локации. У кукловода, что интересно, в целом есть несколько анимаций. Это анимация стояния и, что прям ну пиздец как интересно, удара. Лукаут это отдельная боль для меня. Скажите, вот у нас 5 тизеров пазлов, и вот что между ними общего? Правильно, блять! Это все враги! А в игре какого-то хуя лукавства под пивасником Ларилай! Потому в файлах нашелся просто огромный список анимаций для него. Выполнял же он функцию стукача, что, как только заметит бандита, бил в колокол. Что-то вроде этих тварей из Секира, только этот гондон еще и пиздануть вас биноклем мог, а потом сдохнуть. Кейман, что в целом логично, раньше был еще одной вариацией безниточных. Однако, стоит заметить, что кроме стандартного набора анимаций, у него также есть анимация страха и тряски ключа. Ну и наконец, тонна, просто тонна анимаций для безниточных, которые тогда назывались весельчаками. Тут даже анимации для ластшота есть. Ну, бля, парни, вы пока смотрите, а я, короче, за кофе отойду, окей, я быстро, наслаждайтесь. Ой, чуваки, за ваше здоровье. Помимо вырезанного саундтрека, в файлах игры можно наковырять несколько интересных звуковых файлов. Например, раньше аракниты не встречались просто вот в поместье Карвера. Вместо этого они, а точнее он, один большой аракнит, должен был появляться прямо в катсцене. Да и это объясняет явно большие размеры аракнита из-за релизного трейлера. Не отходя дальше от неожиданных появлений врагов, по всей видимости, раньше зверя звали просто Большой. Когда вас замечал враг и переходил в фазу предупреждения, то должен был проигрываться отдельный звук. В каком-то моменте игры было испытание на время. Также в файлах зачем-то лежит звук разбитого стекла. Возможно, он как-то связан с призрачным миром. Не зря же это зеркальное измерение. Ну или Пенни раньше должна была падать, смешно. Блин, так, если честно, жду в комментариях чела, который вот будет тыкать вот на каждый звук или текстурку, и орать, что она была в игре, а я лох, долбоёб и не разобрался. Жду тебя, сладкий. Вот это прям депресняк, а не часть. Тут не будет моих безумных фанфиков, лишь компиляция еще не озвученных фактов. А значит, я не буду строить теории про призрачную плесень, как аллегорию на кожаные заболевания, от которых страдали марионетки. Мне и себя, блять, хватает. Хотя, честно, посыл был бы крутой. Как бы мне приятно. Лучше заглянем в файлы. Там нас ждет парочка интересных вырезанных постеров. Постер KBCU с синей марионеткой и надписью «Захватывающая буфанада». Спонсировано Яндекс.Переводчиком. Если вы еще помните, так как в самой игре про них и строчки не было, KBCU был каналом и, скорее всего, спонсором шоу «Разбойного бандита». Так что раньше он, скорее всего, играл большую роль. Также забавно, что в файлах есть и испорченная версия этого плаката, где почему-то написано KCBU, а также использован другой цвет. Говоря о попорченном, есть вот такой испорченный постер некого одноночного события в Разбойной долине, которое, судя по всему, было рок-концертом или босс-файтом бандита и Банджа Билла. Ну типа тут пересекается курган бандита и там, ну, Банджа Билла, и сзади них что-то вроде черепа, ну типа металл, ну поняли, ну как в Батадор. Ну снизу тут вот дилижанс, который как бы в игре всего лишь один раз появляется, но на нем есть реальные люди, а значит жуткая теория. Не-не-не, никаких теорий! Я бы еще попытался, конечно, сказать, что написано на этом постере, но это, если честно, очень сложно. Стандартная ивент в театрах сейчас, ну вы поняли. И последний постер — это анонс 4-го сезона шоу «Разбойного бандита». Притом... Окей, я не могу про это не рассказать. Уж не знаю почему, но на некоторых постерах, что в игре, что в файлах, в углу написано «Лорем Ипсум». Я не знаю почему, но это очень смешно. Их идеи, блять. Еще у себя в посте Дримфишер указал, что изначально бандиты Бенди были в одной вселенной, а некоторые персонажи из Гнутыша должны были появиться в мафиознике. Я не знаю, что делать с этой информацией, так что просто упомяну, что бандит ориентировочно происходил в 50-х. Может, это Чубрик с первого тизера косой рассекал материю и попадал в другое время, и он сам был из Scary Delicious, кто его знает. Но давайте лучше послушаем слова самих разработчиков о вырезанном сюжете. В игре было огромное количество диалогов и анимаций, которые были просто выброшены. Аудиозаписи, в которых рассказывалась вся история о том, как появилось шоу. Но это не было их видением, так что они выкинули все это. Затем они выпустили эту оболочку от игры. Команда хотела чего-то иммерсивного и интересного для игры. Вся история была распланирована на несколько глав. Думаю, чтобы фанаты могли попытаться разгадать какие-то тайны. Вместо этого они просто объединили некоторые артасеты и выпустили прямо так. Все мы слышали полностью озвученные аудиозаписи и всевозможные ролики, что были полностью анимированы. Но вместо них они добавили пару записок. Команда работала и заебывалась как не в себя, дабы создать нечто довольно забавное, у чего была бы четкая распланировка для будущих глав. Но им было все равно, потому что это не было то, что они себе представляли. Вот так вот нахуй. Пиздец, даже бублика не оставили. Думаю, тот факт, что история Бенди была вдохновлена реальными историями аниматоров 20 века, вроде Уолта Диснея и Макса Флойшера, сейчас уже никого не удивит. Потому было довольно логично обратиться к уже кукольным шоу 20 века, дабы найти истории, которые могли бы пролить свет на вдохновение, а возможно и некоторые сюжетные моменты Showdown Bandit. Порыскав, фанаты пришли к тому, что Showdown Bandit была вдохновлена историей кукольного телевизионного шоу 50-х Howdy Doody. К сожалению, либо я слепой, либо полностью бесплатно. Все выпуски шоу посмотреть где-либо нельзя. Потому, пока на фоне будут кадры из самого шоу, я расскажу самые интересные случаи с производства и шоу как такового. Попутно, еще схожести с бандитом. И поверьте, их там достаточно. Итак, Howdy Doody. Кукольное, телевизионное шоу с тематикой вестерна, являющееся пионером шоу для детей и активно транслирующееся по NBC с 1947 года. По итогу, шоу продержалось в эфире 13 лет и окончилось 23-м эпизодом, который вышел 24 сентября 1960 года. Доброе, развлекательное шоу в тематике Дикого Запада, которая учит всему хорошему и против всего плохого. Каждый из нас в детстве смотрел подобные шоу. Однако, именно Howdy Doody собрал целое комбо из различных случаев и историй, которые шикарно ложатся под хоррор-тематику. Но начнем с самого начала. Это Роберт Шмидт, но абсолютно весь мир знает его как Буффало Боба. Вот уже несколько лет этот талантливый музыкант работает на радио WNBC, покоряя черты своей харизмой. Его рейтинги настолько высоки, что когда радио захотело захватить и детский сегмент, они позвали именно Роберта. Тогда он решил познакомить весь мир с Элмером, придуманным им персонажем, который в начале каждого эфира говорил «Howdy Doody». Мастерски меняя свой голос, Боб и Элмер захватывали сердца тысяч слушателей. Однако возникла проблема. Многие люди по ошибке звали голос не Элмером, а Хауди, из-за его приветствия. Так что со временем имя Элмера забылось, а вместо него пришел Хауди. Спустя же время сформировалось и уже знакомое нам шоу на NBC, шоу Howdy Doody. Кстати, как вам оригинальная кукла Хауди, главного персонажа шоу? Красавчик, я знаю. Правда, вы нигде его не увидите. А все потому, что спустя год со старта шоу, по мере роста его популярности, NBC начала думать над коммерциализацией продукта. Все бы ничего, но автору оригинальной марионетки Хауди, Фрэнку Перрису, не понравился тот факт, что он не будет получать с этого денег. Потому мужик сказал, мужик сделал, и забрал марионетку Хауди, из-за чего очередной эпизод начался без всеми любимой марионетки. Пока актеры говорили, что Хауди в пути на шоу, что ему пришлось отъехать, NBC быстро связалась с новым мастером по куклам, и после пластической операции шоу получило уже привычного Хауди, все еще красавчик. Но в целом шоу шло своим чередом вплоть до 1954-го, когда Шмидт словил сердечный приступ. Естественно, его отправили отдыхать домой. И пока в самом шоу был другой актер, в рекламе товаров участвовал именно Шмидт. Ибо, ну, капитализм. Ради спонсоров NBC отстроила целую студию для съемок в доме Шмидта. Шло время, шло и шоу. Пока в 1960-м, я ненавижу выговаривать вот эти вот даты, это пиздец. Из-за спада популярности не было принято решение закрыть шоу. После этого 24 сентября в эфир пустили последний эпизод Хауди. По большей части, это была нарезка лучших моментов из всех эпизодов, что когда-либо выходили. Но между ними были и вставки, где Кларабелл, немой клоун, который помогал Баффало Бобу в шоу, сообщал, что у него есть сюрприз для зрителей. Этот сюрприз вы сейчас и увидите. I guess it's time, Buffalo Bob. Oh, yeah. Time. It's time to say goodbye, goodbye until some other day when we may be with you again. Итак, подключаем СПГС и начинаем искать аллегории. Во-первых, KBCU как канал, где транслируется шоу разбойного бандита. Это явный референс в сторону NBC с уже его шоу «Howdy Doody». Оба шоу разыгрываются перед реальной публикой детей, но также и транслируются по телевидению. Во-вторых, прикол с Элмером и первой версией Howdy напоминает прикол с тем, что безликий бандит может быть самым первым разбойным бандитом, которого вскоре заменили на более красивую и приятную детям-марионетку, чему, что логично, он явно не рад, а потому охотится за бандитом. Чш, ты все еще красавчик. В-третьих, случай с сердечным приступом и подбитым здоровьем Боба напоминает вероятную причину закрытия шоу разбойного бандита – смерти одного из создателей. Только что если Карл или Бадди умерли не от сердечного приступа, а Мари? Учитывая, что тема весельчаков не раз прослеживается в самой игре, это предположение вполне легитимно. В-четвертых, ну песенки схожие, да, такой вот жиденький, я знаю. Ну и в-пятых, король Бубу. Далеко не самый счастливый клоун, но уж слишком напоминает Кларабелла. Только вот, если в финале шоу он плакал, то отвечаю, Бубу был бы рад, если шоу нахуй закрылось. И конечно у них были свои хлопья, а вы как думали? Но все же, стоит также помнить, что я мог все это просто надумать, и на самом деле никаких связей нету, а я просто ебанько. . 27 декабря 2020 года, после больше чем года заявления Майка о том, что бандит не отменен, а просто заморожен, удаление всех аккаунтов и какого-либо упоминания Kindly Beast как компании и Showdown Bandit в целом, твиттер-аккаунт разбойного бандита оживает, выпуская один простой тизер, кричащий, что бандит еще жив. В целом тут нечего разбирать. Черно-белый фильтр, будто отсылающий на момент, когда бандита подцепляет на нити. Его рука, которую он высовывает из своей коробки, и крышка которой, кстати, почему-то не побита. Впрочем, как и в меню самой игры. Ну и рядом лежит шляпа и лопата Ларилай. Но на этом какие-либо новости о проекте закончились. Последующие 2 года Митли с Майком и командой активно работали над Баттедер, а сейчас заняты клеткой, которая сделает то, что ни один инди-маскот-хоррор все еще не рискнул из-за денег. Быть с рейтингом 18+, с гором, психологическим хоррором и всем вот этим вот вкусненьким, чего мы безумно сильно ждем, на что мы молимся и чего, к сожалению, Шак Перде не может. Что до бандита, то, как я уже и сказал, новостей после этого тизера не последовало. Ни Митли, ни Майк, ни кто-либо из нынешних разработчиков Joey Drew Studios и слова не проронил про разбойного бандита после 2019-го. Потому, пожалуйста, сохраните любую информацию о разбойном бандите. По ссылке в описании есть архив совсем о разбойном бандите. Я его собирал, блять, полгода нахуй. Так что, пожалуйста, просто гляньте. Там, правда, много интересного. Некоторые вещи, о которых я тут не смог упомянуть из-за того, что это, не вкладывается в контекст. Вот гифка, например, такая. И я надеюсь, вам правда будет интересно. Однако, как по мне, проблема тут в другом. Даже если каким-то чудом мы и получим разбойного бандита, не факт, что это будет та самая игра из августа 2019-го. Ведь делали ее не Майк и Митли, ее делали те невероятные люди, которым я хочу сказать спасибо. Огромное спасибо за всю проделанную работу этим невероятным людям, которые, сами того и не ожидая, подарили интернету эту захватывающую, по сути, лост-медиа историю, на которой я помешан уже как 5 лет. Спасибо, что именно вы сделали того самого разбойного бандита, который теперь является лишь очередной интернет-историей, о которой рассказывает какой-то фрик-фанат, решивший сделать, по сути, документальный фильм, который вы почти досмотрели. Но тут как бы еще не скипайте, там в конце очень интересное. При этом мечтаю запустить ту самую игру, которая уже навсегда застряла на каком-то жестком диске или облаке, блять. Всю речь, сука, запорол, долбоеб. Спасибо, Майк Кео, Джан Козловский, Майк Дженнингс, Мэтт Голлес, Джейкоб Лащек, Логан Стюарт, Келси Мот, Майкл Коста, Брэд Хилл, Томас Прайд, Кертис Кабрал, Родерик Неверс, Майк Пинтар, Зак Доусон, Иан Ламберт, Рамканда, Франсуа, Оливер Белотта, Лиз Уилсон, Матье Санта-Моур, Гевин Маккарти, Бенуа Лакрой, Брэндон Бауман, Паскаль Клероу, Грэм Фотерингем, Даниэль Беннет, Белден Фам, Дэн Тозер, Эндрю Джобин, Мэтью Сангали, Конор Грейл, Джон Кеон, Майк Беккер, Роберт Варрен, Ник Кирквуд, Юлия Теряева, Крикет Карлсон, Шон Ли, Райан Шмидт, Кейла Грант, Филиппа Селин и Шина Дашампс. Это видео создано в память о Дэнни Кастле. Спасибо каждому из вас! Простите, если неправильно назвал ваше имя и или фамилию. И простите, если я кого-то забыл, но вроде как всех из титров выписал. В любом случае, спасибо вам за всю работу над разбойным бандитом. Правда, от души, ну спасибо. Ну и конечно, гигантское спасибо всем тем, кто помогал мне в создании этого кинца. Блять, мужики, без вас этого не было, просто, ну, каждого крепко вот обнимаю. Спасибо Мапсу, Баняшу, Буфу, Марку, Ника, Инки, Эмики, Прайму, G-Toxic Waste, Янозаки, Sweetheart Grape, BlackB13, Форси, Файру, FBI Тян, Лавейт, Фубли, Перси, Бандит Фанону и всему серверу разбойного бандита. Спасибо, просто, ну, без вас этого не было, я вас всех просто обожаю. И все же, трейдмарку Showdown Bandit Joey Drew Studios все еще продлевают. А потому у нас остается надежда, что однажды кукольное шоу, столь давно заброшенное и забытое своими же создателями, вновь оживет. Увидимся в аду.